Значит, ну давайте, во-первых, начнем с того, что сейчас у нас все-таки год олимпийский, да, и раз уж я главный тренер сборной команды, то надо сказать, что сборная команда сейчас с успехом завершила олимпийский отбор. У нас впервые в нашей истории отечественного триатлона есть полный комплект путевок, а это, значит, три женских, три мужских. Не было у нас никогда трех женских, значит, всего шесть, и поэтому полным составом сборная команда вылетит в Рио, да, да, для борьбы на Олимпийских играх, да. Значит, отбор завершился вот 15 мая, длился он 2 года, атлеты должны были принять участие как минимум в 14 зачетных стартов. Конечно, вы понимаете, что стартов реально было гораздо больше, потому что не все старты получаются удачными даже у профессионалов, всякие вещи происходят, вот, поэтому стартов реально было больше. За 24 месяца, но для триатлона, понимаете, какая-то нагрузка, в общем, мы все были в большом напряжении, но закончилось все хорошо. В прошедшие вот выходные 28 мая прошел чемпионат Европы среди элиты, опять же, успешно мы выступили, Дмитрий Полянский завоевал серебряную медаль, третью уже в своей карьере медаль с чемпионата Европы, и, в общем, мы так поэтому с оптимизмом смотрим, да, значит, сезон пока складывается для нас хорошо. Вот, так что вот пожелаем нашим ребятам всем удачи на Олимпиаде. У нас еще есть животрепещущие вопросы, это по поводу состава, является официально... Состав у нас, на самом деле, он достаточно очевиден. У нас существует, помимо международной системы отбора, да, которая вот требовала таких серьезных выступлений спортсменов, там подсчитывался олимпийский рейтинг, основное количество путевок, надо сказать, в нашем виде спорта, оно по рейтингу распределяется международному. Вот, собственно, люди занимались 24 месяца тем, что этот рейтинг накапливали. И по ним распределялись лицензии. Эти лицензии, по правилам Международной Федерации, они национальные. То есть они не именные, вот, а национальные. То есть круг возможных участников, он как бы несколько больше, чем эти 6 человек. Но у нас в системе отбора, там черным по белому записано, что... Вот в той ситуации, которая у нас сейчас есть там, по занятым местам и как вот мы выступали на всех основных соревнованиях, там однозначно написано, что те, кто вот завоевал эти лицензии, значит, те и едут. И, в общем-то, никаких оснований у нас менять эти критерии отбора на сегодняшний день таких нет. И, в общем, эти люди и поедут. Я могу озвучить, это братья Полянские, Дмитрий и Игорь, это Александр Брюханков, а у девочек это Александр Розаренова, это... Анастасия Бросимова и Мария Шурец. Вот. Этот состав, который я назвал фамилии людей, которые завоевали. Вот. И, в принципе, у нас 15 числа, вот, то есть в следующую среду назначен президиум федерации, который, соответственно, вот, в соответствии со всеми документами должен этот состав утвердить. Вот. На сегодняшний день мнение вот всех членов президиума единодушно, скорее всего, это будет утверждено. Но официально это будет объявлено 15 числа. Вот, то есть вот так. Получается, вот этот скандал с Александром решился? Какой скандал? Ну, то, что он там не стал в новостях, что его... Ну, не, ну, конечно, это как бы это у нас, вы же знаете, корреспонденты, как у нас работают, да, значит... Я могу вам рассказать дословно, как это было. Да, значит, мы на Европе применили командную тактику. В командной тактике участвовал Иван Васильев, значит, тоже уважаемый всеми нами спортсмен, чемпион Европы 2013 года. Поскольку он получил травму и сам уже, значит, не мог рассчитывать на высокое место, Иван проявил, значит, такой командный дух и, значит, скажем так, даже, так сказать, в некотором роде патриотизм такой, да, и выразил желание, ничем не по ходу гонки где-то, а заранее, значит, что он может быть полезен команде, и мы отрабатывали командную тактику. Надо сказать, что это не наше изобретение, эта командная тактика применялась и английской командой в Лондоне, и в Баку год назад, значит, англичанин победил на европейских играх благодаря командной тактике тоже. То есть это не новость. Французы, испанцы на разных стартах тоже это все используют. Соответственно, мы тоже это все отработали, использовали. Это принесло успех. Значит, из этого Александр сделал вывод, что, возможно, теперь мы захотим это сделать на Олимпиаде. И, значит, подстраховавшись, разослал письма во все, значит, информационные агентства о том, что... Значит, вот есть такая опасность, что меня не возьмут. Мне был звонок от корреспондента, значит, говорит, а правда, что вы не берете Александра на Олимпиаду, да? Значит, я объяснил, что, во-первых, я как главный тренер юридически не решаю окончательный состав команды. По всем документам это делает президиум федерации. То есть я не могу взять или не взять.
А во-вторых, всего-навсего прошла Европа успешно для нас, где была командная тактика, и в ней участвовал Василий. И все. Больше сказать мне было нечего, как бы. А корреспонденты из этого сделали вывод, что вот, соответственно, мы не будем брать теперь Александра на Олимпиаду. Но... Нет, она будет, но немножко в другом виде. Дело в том, что там будет Игорь Полянский, который полноправно, значит, здесь участвовал тоже в тактике и помогал Дмитрию. Вот. А Александр в той схеме, которую мы разрабатывали, принять не может, потому что у него сейчас немножко снизился снизился уровень результатов в плавании. Поэтому вот в том виде, в котором помогал Иван, значит, он помочь вряд ли сможет. Но он сделал амбициозное заявление в прессе о том, что он, значит, сам собирается бороться за медали. Насколько я помню его вот, интервью вот, там на сайте, да, значит, он заканчивает, что дайте мне возможность принести родине золотую медаль. Поскольку мы знаем Александра как очень опытного, очень волевого такого спортсмена, амбициозного, уверенного в своих силах. Ну почему нет? Олимпиада как раз хороша тем, что на ней бывают всякие сюрпризы, да, и... Почему нет? Мы пожелаем Александру успеха всяческого. Значит, а если будет медаль, то это здорово. Вот. Вот так. Поэтому здесь, к сожалению, немножко корреспонденты, как всегда, погорячились, забежали вперед паровоза, как это бывает, да. Значит, но зато мы все лишний раз почитали слово «триатлон» в прессе. Вот, да. Почему тогда Эдгар Тасс на следующий день, первый вице-президент Федерации, говорил, что не согласен с вашим мнением? То есть он тем самым подтвердил, что вы давали это интервью? Ну, вице-президент не согласен с тем мнением, которое высказано было в прессе, да? Прямая речь была. Кого? И можете мне показать речь, где я сказал, что я не беру Александра на Олимпиаду? На чемпионате РУ там было написано, что там обсуждалась командная тактика на Европу, там не говорилось о том, что мы берем или не берем Александра на Олимпиаду. Не было там разговора Олимпиады. Но я давал интервью, мы ехали в автобусе со всей командой, я давал интервью по телефону, и мы не говорили про Олимпиаду и про Александра в контексте Олимпиады. Мы говорили о том, что может ли Александр участвовать в командной тактике, в принципе. Я сказал, что вот в той схеме тактической он не может быть никак рассматриваться, потому что он просто не выплывет в том месте, где это нужно. Физически, как бы, да, это вот статистика за 4 года. Но это не об Олимпиаде речь шла. Абсолютно. Вот. А на Олимпиаду у нас есть вполне конкретная система отбора, и нарушать ее ну, никто не может, как бы, да, даже ради высоких целей. Сейчас вот. В таких спортивных кругах бытует мнение, что есть высокий шанс, что российская команда вообще не поедет на Олимпиаду в полном составе. Я не могу никак это прокомментировать. Ну, у вас как предчувствие, поедет или не поедет? Я думаю, что все будет нормально. Олимпиада – это грандиозный праздник для всего мира. И я думаю, что испортить такой праздник, ну, это как бы вряд ли кто-то решится. А вот создать ажиотаж для того, чтобы привлечь к этому внимание, это как бы, я думаю, в интересах, значит, в коммерческих интересах и средств массовой информации, и даже, наверное, организаторов где-то, да, потому что как бы чем больше вот такого, значит, ажиотажа перед, тем выше интерес во время, да, а значит, успех и такой, значит, организационный праздник удастся. Вот. Чем больше пошумим перед праздником, тем лучше будет праздник. Я извиняюсь, а вы не думаете, что может быть просто легкоатлетов, которые, собственно, все, кто попадался на допинг, весь именно легкоатлетическую сборную? Нет, ее точно не пустят, то есть они под дисквалификацией. Нет, у них это самое, подождите, давайте там, значит, это самое разделять. Да, значит, во-первых, как бы я все-таки не представитель федерации, да, легкой атлетики, да, не принимайте мои слова близко к сердцу, это во-первых, да, значит, во-вторых, значит, есть 17 июня, когда там, значит, некое решение мы все ожидаем, да, вот, значит, те атлеты, которые попались на допинге, дисквалифицированы, они дисквалифицированы, значит, но это, ну, нормальная, так сказать, практика, у нас, так сказать, периодически и российских, и нероссийских атлетов со всего мира, и не только легкоатлетов, дисквалифицируют в случае, так сказать, положительных проб или неявки на допинг-тест, да, и там, значит, куча всяких есть, значит, моментов, по которым, значит, могут быть какие-то меры, да, вот. Но есть остальные атлеты, которые никак нигде, да, значит, не попадались, да, и, значит, они все нормально у них, никаких обвинений к ним нет, но их хотят под шумок тоже отстранить, да. Ну, там, на мой взгляд, это не очень справедливо, да. Вот, но вот они хотят в этом плане... До настоящего момента они отстранены, они могут принять участие? Да, до выяснения, ну... Значит, я думаю, что все это вернется. Там обсуждается вариант выступления этих атлетов под олимпийским флагом, а не под флагом России, потому что олимпийские соревнования – это, в первую очередь, соревнования людей, а не стран. И именно поэтому этот общекомандный медальный зачет, он неофициальный.
Но это все нюансы, как бы, да, такие. Я думаю, что все будет хорошо. Испортить праздник, вот мне, моя интуиция подсказывает, что испортить праздник никто не решится. Так вот совсем глобально. Что Россия вообще не едет, да? Вряд ли. А в триатлоне, ну, заканчиваю уже вопрос, да, чтобы больше да, не поднимать. Ну, да. С допингом. А в триатлоне... Никто не попадался. Еще никто не попадался. Да. Я не про наши, вообще. Да. Мировая какая-то практика. Каких-то ярких допинговых скандалов не было в триатлоне. Нет. Хотя я, ну, про любительский спорт могу сказать, что Ironman периодически делают допинг-тесты, в том числе любители, которые участвуют. И они не так давно дисквалифицировали любителя, выигравшего возрастную группу, ну, и отобравшегося на кону. Ледони, да? Ну, если бы. Нет, это поединок. Значит, что можно сказать? Просто как бы я, поскольку вот внутри этой спортивной системы нахожусь, то есть как это выглядит, да? Каждый спортсмен элитный, да, начиная с какого-то уровня результатов, попадает вот под, значит, систему вот этого международного антидопингового агентства, да, систему Адамс называется, да, и он заполняет, значит, ежеквартально заполняет график своего местонахождения, то есть вот досконально по минутам, понимаете, то есть это серьезнейшая, так сказать, вещь, вот, и человек пишет по минутам, где он будет находиться в течение 3 месяцев, естественно, потом там это корректирует, да. Вот, это означает то, что в любое из этих мест, в любое время к нему могут приехать и взять внесоревновательный анализ. Понятно, что его уберут на соревнованиях, но он приехал на соревнованиях. Первая процедура, которая в триатлоне происходит и у любителей, и у профессионалов, это так называемый рейс-брифинг, да, когда атлеты собираются, им объясняют, показывают там схему трассы, объясняют расписание стартов там, да, и всех процедур, ну, в общем, вводят его в курс дела. Явка на такое мероприятие обязательно. Так вот сразу после этого мероприятия, там, по выбору, спортсменов могут взять на допинг-контроль. Вот. После финиша там, 3 призеров берут обязательно. Кроме этого, берут еще какое-то количество атлетов по жребию. Это как бы нормальная многолетняя практика. Но кроме этого, последние вот, наверное, уже лет 10, да, существует этот несоревновательный допинг-контроль, когда атлет вот заполнил свой график, и он может утром проснуться в 6 утра, отстукав дверь. Здравствуйте, значит, вы... Иван Иванович Иванов, да, вот покажите удостоверение, все, вот вам баночка, вперед, вот, сдавайте анализ, вот, и это всегда неожиданно, явка спортсмена обязательно, если он по этому адресу не оказался, это всегда, значит, уже предупреждение, 3 предупреждения в течение года, это дисквалификация на 2 года, вот, и вот в этих условиях, значит, какие-то вообще вот такие злоупотребления чем-то, да, ну, это практически невозможно. Тем более, что перед ответственными стартами типа Олимпиады, значит, плотность вот этих приездов, да, значит, она увеличивается. Если в обычный год, там, где-то в зимний период, это может быть там, раз в 2 месяца происходить, там, чаще, иногда реже, вот, то перед Олимпиадой это будет, я думаю, что там, по нескольку раз в неделю уже начнут приезжать. Причем они иногда действуют таким образом, что вот они там, приехали утром, грубо говоря, там, сдали и уехали. Там нормальный человек как думает, ну все, ко мне уже приехали, там в одну воронку, значит, снаряд 2 раза не падает, сейчас я там что-нибудь. А они после обеда раз и еще раз тут же, да, то есть, поэтому все это уже знают и, значит, да, то есть практически, да, то есть в эти игры, можно даже не пытаться начинать играть, значит, у них свои лаборатории по всему миру, и могут приехать португальцы, могут приехать там какие-нибудь испанцы, там, ну кто угодно, может, то есть ты вот сидишь там, ну в общем, кто угодно, да, вот. Значит, тут в Португалию приезжали португальцы, на Кипр приехали англичане, да, ну, вот. А если ты где-то очень далеко? Вот, нет, что значит даже? Нет, как бы вот, это самое, я не знаю, с точки зрения там профессионального триатлета очень далеко не существует. То есть вот земля круглая, да, значит, она вся истыкана, значит, местами проведения соревнований, как бы, да, и у нее очень далеко это Луна, и вот Марс вот очень далеко. Луна это уже не очень, как бы. Марс очень на 500, как бы, туда ВАДА не приедет, точно. Вот, а на Луну, я думаю, они доберутся, у них там позволяет бюджет, как бы, там ребята серьезные, вот, поэтому, вот. Поэтому здесь вот вопрос с допингом, да, то есть, вот, значит, это не с гаишником торговаться, там бесполезно все это совершенно. Вот, да, вот. Поэтому там приехали, там Иван Васильев вот имел неосторожность, приехали в апреле, да, он не из той двери вышел, они на него уже телегу накатали, он сдал анализы и кровь, и мочу, все вовремя там, да. Но из-за того, что он вышел просто не из той двери и не в ту комнату их завел, которая была по адресу, а в соседнюю,
было написано, что анализ сдавался не по тому адресу, который указан вот в этом, а это была вот соседняя дверь, просто другой номер дома, да. Все, значит, сразу уже еле-еле, значит, от этого плюсика, значит, крестились. Он объяснил, что там у него за этой дверью у него спала жена там с ребенком, да, а время было 6 утра, да, и поэтому он зашел в соседнюю, как бы, да, где жили самые товарищи по команде. А можно еще? Так что все серьезно очень. Эту олимпийскую тему. Мы в прошлый раз у нас выступали уже, наверное, года три назад. Мы только начинали, это еще у нас не было штаба. Это. И тогда мы обсуждали с вами возможность, вы рассказывали о том, что вообще возможно поменяется крио формат триатлона, ну то есть дистанция, что обсуждалась возможность ее как бы... Ну, не совсем так, да, значит, у нас у всех и у Международного союза триатлона есть там несколько там проектов по продвижению других дистанций в олимпийскую программу, да, то есть, ну, в первую очередь речь идет об эстафете, то есть ввести в программу помимо женской и мужской гонок еще третью гонку, эстафету смешанную, да. И это невероятно зрелищное, наш сам триатлон как бы зрелищное, значит, такое захватывающее мероприятие, а эстафета это вот... В 4 раза еще более зрелищно и непредсказуемо, да, проводят и чемпионат мира, и Европы, и гонка популярная, и абсолютно непредсказуемая, там все каждую секунду меняется, дистанции короткие, да, то есть там 250 вот на сегодняшний день надо проплыть, где-то около 5 там с половиной километров проехать и пробежать 1,5 километра. Там плюс-минус, там не регламентировано до метра, а значит, ну, так как вот позволяет местная инфраструктура. Вот, и вот таких 4 этапа, то есть девочка-мальчик, девочка-мальчик, вот микс эстафета. Великолепно, по зрелищности просто фантастика. Вот, вот хотят ввести в Олимпиаду, да, но программа. Это было сейчас в Европе, да? Вот это... На Европе это было, да, вот мы серебряную медаль, значит, выиграли, это было очень интересно, да. И там скорости другие, там азарт совершенно другой, там буквально иногда вот секунды решают, то есть чуть не успел, там что-то замешкался, все там просто классно, вот. Кто-то босиком бежит, чтобы не тратить время на обувание. Там буквально они там за 2 секунды обуваются, а этот не обувался, и уже на 2 секунды, а это 20 метров. Попробуй догони там, да? Значит, такое есть. Даже есть такое. Вот. Очень интересно. Вот. Но программа олимпийская перезагружена очень сильно, да, перегружена. И, соответственно, ну, с гольфом как бы тягаться сложно. Вот, только керлинг можно, да, значит, сравниться с гольфом. Вот. Соответственно... Поэтому пока это мечта, да? Ну, а про то, что... А спринтерская дистанция, это как бы следующее, да, и вполне возможно, что действительно олимпийская дистанция триатлона трансформируется в спринтерскую. Возможно, но это не более чем слухи, да, потому что, ну, все-таки 2 часа, это вот когда сам бежишь 2 часа, это вроде как хорошо, ты все получаешь удовольствие, да, вот, а 2 часа удовольствия, а зрителям все-таки немножко, ну... Чуть-чуть тягостно, да. Ну, не то, что скучновато. Гонки в олимпийском триатлоне проходят, трассы уже вот второй олимпийский цикл, они замкнутые. То есть плавание 1,5 километра проходит в 2 круга. После первого круга атлеты, как правило, выбегают на понтон, пробегают, зрители их видят. Велосипедная трасса 5 километров, то есть каждые там 7 минут проезжает эта группа перед трибунами. Плюс великолепно идет показ, огромные экраны, и, значит, с вертолетов снимают, и с мотоциклов снимают. То есть освещение замечательно, все идет. Вот, беговые круги по 2,5 километра. То есть, ну, и еще сделано так, что они там и туда пробежали, и обратно пробежали. То есть, на самом деле, постоянно, да, это все как бы перед глазами. Но все равно 2 часа вроде как считается немножко долговато с точки зрения там телевизионного времени, да, и зрителей на трибунах. Поэтому, ну, не исключено, что, может быть, будут сокращать. Но пока вот это все. Размышления вслух просто, не более того. Можете коротко тоже, ну, многим ребятам, кто еще не занимается триатлоном, и, может, увлекается только... Сказать, как вообще триатлон попал в олимпийскую программу, то есть благодаря чему, как он там оказался. И для многих, наверное, будет сюрпризом, это произошло не так давно. Ну, время летит действительно очень быстро, да, но если начинаешь пальцы загибать, то оказывается, что лет-то прошло много уже, да. Ну, вы все знаете, что триатлон, он появился там в 70-е годы, было дело в Сан-Диего в Америке, да, и существует красивая легенда, где, значит, в одном баре собрались... Значит, пловец, велосипедист и бегун, да, и за кружкой пива, да, начали спорить, у кого, значит, функционалка крепче, да, вот. Ну, такая легенда есть, она, в общем, в принципе, не вызывает никаких таких сомнений, да, наверное, так и было, да, то есть вполне, а если не было, то могло бы быть, да,
Вот. И, значит, они, естественно, ничего не оставалось делать, чтобы разрешить спор, значит, устроив некое состязание. Вот. И, значит, вот, соответственно, победил, говорят, пловец. Вот. Но это непроверенные слухи. Вот. Ну, потому что те утонули просто сразу. Вот. А на самом деле, значит, действительно прошел триатлон. Сан-Диего считается родиной триатлона. Мы там даже как-то сбор делали, да. Вот. И там не так много было людей. Вот там какое-то количество небольшое, там, ну, там, может, пару десятков. Я сейчас... Есть очень хорошие статьи, написанные по истории триатлона. Вы можете почитать там, да, в интернете. Но, в общем, факт, что было действительно немного людей. Но был очень хороший корреспондент. И какое средство массовой информации свою роль сыграли? То есть человек написал замечательную статью, где, в общем, воспел бойцовские качества этих людей, красоту этого всего. Там, ну, в общем, нашел слова, которые тронули за душу людей. И через год, когда они решили повторить, вдруг оказалось, что их уже там больше тысячи. Вот, ну, попало. Это попало просто, это как раз был бум, когда вот это движение любителей бега развивалось, да, то есть люди поняли, что надо выходить из офисов на свежий воздух и начинать двигаться, да, то есть было понятие введено там, гиподинамии, гипокинезии, да, что надо двигаться, что раз у человека изменился образ жизни в последние там десятилетия прошлого века, то, значит, если мы хотим, значит, выжить, да, и не умереть раньше времени от инфарктов, инсультов и ожирения, то, значит, надо двигаться, как делали наши предки. И, значит, люди поперли на улицу, начали бегать. Там стало увеличиваться количество беговых клубов, пробеги начали организовываться. И вот за такой активный образ жизни все больше и больше людей. Это началось в начале 70-х. Вот. Появилась книжка Гилмора, да, и лидер, да, «Бег ради жизни», и вот это все пошло-поехало. И тут вот они со своим триатлоном, и это прям вот как бы в тему оказалось. Потому что плавать там многие люди умеют, и в школьных программах во многих странах, да, развитых, значит, есть плавание. И многие вообще живут на берегу океанов, для австралийцев плавание – это вообще, так сказать, естественное, так сказать, состояние. Вот. Ну а велосипеды там все перемещаются тоже на велосипедах, это тоже для них нормально. Это как бы у них нет же, как у нас, там 7 месяцев зимы, там, да, и слякоть по колено. Вот, значит, им... Ой, это как бы, знаете, я не присутствовал там, да. Я в это время ходил в начальную школу. Вот. Не знаю. Ну, почитайте, там есть замечательные очерки, я просто боюсь переврать, как бы, да. Дистанция, она не была вот этой айронменовской, по-моему, сразу. Айронмен, я боюсь ошибиться и дать вам неправильную информацию, но в 79-м году уже точно айронмен прошел на Гавайи. Значит, наверное, в 78-м был, да, первый айронмен. И он был такой, значит, именно хорош тем, что как бы, ну, труднее, значит, труднее уже ничего придумать было невозможно, то есть психика отказывалась. А потом уже придумали двойной айронмен, и тройной, и даже десятерной, да. Вот, ну, значит, вот на тот момент это как бы сработало, и вот этот гавайский триатлон и так и остается стержнем вот этой айронменовской идеи, и, в общем, это прекрасно. И многие люди, значит, просто мечтают, да, там рядом со своим выстраданным дипломом адвоката или там какого-нибудь врача повесить рядом, значит, диплом финишера Гавайев, да, вот, не менее выстраданный, да, и гордятся этим совершенно абсолютно заслуженно, да, и, вот. И на самом деле, раз уж мы там в таких вот, да, значит, философских таких духовных материях заговорили, да, то здесь, в принципе, на самом деле это абсолютно вписывается в такой философский смысл какой-то нашей с вами жизни, абсолютно нормально, и на самом деле ничего удивительного нет, потому что мы все, в общем-то, дети природы, да, и продукт эволюции, если хотите, да, а эволюция, это, она построена, в общем-то, на борьбе, и, в общем, все живые существа, так или иначе, на всех этапах они борются, да, соревнуются, конкурируют между собой за еду, вот, кто-то кого-то догоняет, кто-то от кого-то убегает, значит, даже мирные травоядные, значит, в кровь бьются за право оставить потомство, то есть конкуренция построена вся живая природа, и, а в современном мире у человека остается все меньше и меньше шансов, так сказать, следовать этим каким-то абсолютно нормальным природным вещам, а спорт такую возможность нам дает. Если вы немножко задумаетесь, да, то окажется, что в практически спорт, он, в общем-то, дает, фактически это практически абсолютная копия живой природы, да, то есть это
движение в первую очередь, да, то есть все живое двигается, да, соответственно, спортсмены тоже двигаются. Но они просто двигаются, а они при этом конкурируют, значит, спорт – это тоже конкуренция. Значит, в живой природе и в спорте никогда не известен заранее результат этой борьбы, да, значит, сегодня гепард догнал газель, завтра она от него убежала, у них всегда там ничья, да, потому что если кто-то начинает побеждать, то просто… Экологическая ниша как там опустошается, да, ей становится нечего, все умирают, да, поэтому там всегда ничья, как в баскетбольном матче, вот, и никогда заранее неизвестно, соответственно, у нас то же самое, вот, и всегда эта борьба, она требует максимальной концентрации всех сил живого существа, да, то есть ты там, если за тобой лев, да, бежит, то ты уже бежишь не в полсилы, а ты как бы выкладываешься максимально, да, это требует полной концентрации, то же самое мы видим в спорте. Вот, поэтому здесь, в общем, такой, на самом деле, из этого всего вытекает очень логичный и нехитрый вывод, да, что спорт – это фактически модель жизни живой природы, и если бы, как бы, его не было, то его надо было бы срочно выдумывать, потому что если мы будем только вот, значит, есть гамбургеры и, так сказать, жить в полсилы, то мы очень быстро вымрем просто. Кстати, такие эксперименты на мышках проводились, так, там через три поколения все заканчивалось. Вот, у нас тоже. Извините, как да. Был выдуман, но в кавычках спорт. У нас есть лекция в YouTube, она даже в открытом доступе. Сергея Медведева, профессора школы экономики, да. Друга и ведущего телеканала «Дождь». Вот, да. Поэтому мое глубокое убеждение, да, что спорт это абсолютно такое обязательное, необходимое нам для выживания, социальное явление, скажем так, да. Вот, ну просто, то есть, хотим выжить, надо напрягаться, двигаться, соревноваться, конкурировать. Вот, и тогда, значит, мы останемся сильными, здоровыми, конкурентоспособными и будем жить вечно. Вот. Когда попали в триатлон? Когда стали триатлоном? Да, значит, ну хорошо, ладно. Переходим, переходим, да. Значит, на самом деле, да, нет, все как бы логично. А, значит, вот этот гавайский триатлон, вот он появился, получается, да. В 78-м году. Вот. Но это были длинные дистанции, это такая достойная цель, но понятно, что дистанция стала дробиться, и все соревнования там стали проводить. Там, сначала там где-то и половинки появились, и четвертинки, да, как тогда говорили. Но популярность была уже бешеная. Да? Интернета, конечно, не было. Вот, телевидение мы на тот момент в Советском Союзе смотреть не могли, мы про ничего не знали. Была единственная одна статья в журнале «Легкая атлетика», там был такой журнал в журнале о беге, да, и вот там начинала такая статья, она, кстати говоря, на сайте появилась сейчас. Там можно почитать, очень любопытно, да, то есть триатлон обозвали, значит, исчадием, таким продуктом, значит, буржуазного, значит, отрыжкой буржуазного спорта, значит, где там, значит, буржуазная система, загнивающий капитализм издевается над людьми, заставляет их там тренироваться по 8 часов в день, там, и так далее, ну, такая вот, значит, вещь, вот, там, 8 часов в день работает, вот это, тренируется знаменитый Дэйв Скотт, пятикратный чемпион Гавайев, да, значит, я занимался тогда современным пятиборьем на уровне сборной команды юниорской Советского Союза, тренировался по 9-10 часов в день и подумал, что 8 часов это, в общем-то, ерунда, как бы, да? Вот. Значит, это поэтому вот. А потом появились журналы, и они были красивые. Вот я помню свои ощущения. 87-88 год. Значит, вокруг у нас, значит, тут перестройка идет с вами, да, а тут попадают в руки, там, значит, триатлон, и там, значит, лазурная вода, такая, коралловые острова, ребята в цветной экипировке, да, значит, у нас черные трусы, красные майки, а там, значит, такие вот шлемы цветные, да, значит, туфли яркие, да, значит, все это, ух, да, то есть, ну, завораживает, да, значит, особенно вода, да, значит, такая красивая, как в бассейне. Вот, это было такое чисто эмоциональное такое впечатление, да. Вот, потом, но триатлон, как бы, ну, никто в Советском Союзе особенно развивать не собирался официально. И тут в апреле 89 года приходит известие в Госкомспорт СССР о том, что организован Международный союз триатлона, который основную задачу поставил включение триатлона в программу Олимпийских игр. Вот. Соответственно, советская спортивная система на такие вещи мгновенно реагировала. То есть, если появлялся новый вид спорта, имеющий официальную, значит, федерацию, которая, значит, планирует вступить в Международный олимпийский комитет и ввести свой вид спорта, свою дисциплину в программу Олимпийских игр, все это, значит, оставлять просто так нельзя. Поэтому
Тут на той же неделе был, значит, издан приказ об открытии этого вида спорта в Советском Союзе. Был тут же, значит, был приказ о формировании сборной команды Советского Союза. Все делалось мгновенно в Советском Союзе. Это, значит, там... Да, там приказ, да, абсолютно. Да, приказ, конечно. Это государственный подход, да. Назначен был, главное, тут же был назначен старший тренер этой сборной команды, Рогатин Андрей Егорович, да. Вот. И это все вот произошло в апреле 89 года. Абсолютно точно. Есть приказ, висит в интернете, он Андрей Егорович есть. Андрей Егорович сейчас у нас старший тренер сборной Москвы, ныне здравствует, дай бог ему здоровья. Вот. В июне был проведен московский триатлон первый. Тут же. В июне 89 года, да, значит, абсолютно, да, но там, значит, надо понимать, что здесь, значит, была такая уже, вот в организации соревнований, там был уже такой, значит, там было больше энтузиазма, чем какого-то государственного, такого. То есть это люди, которые, видимо, тоже почитали вот эти журналы и воспылали какими-то, значит, чувствами к этому всему, да, они, соответственно, захотели провести старт, и... Как история повторяется. Да. Значит, и захотели поучаствовать, да? Вот, значит, там была небольшая предыстория. Сейчас, значит, чтобы я точно не ошибся, да, значит, в 88 году, то есть за полгода до вот этих событий, которые мы описали, значит, проводился триатлон в Болгарии, и, значит, несколько энтузиастов из Советского Союза, да, они туда съездили, вот. И у меня так получилось, что я занимался пятиборьем современным, да, и, ну, значит, на тот момент у меня так результаты немножко, так сказать, затормозились, потому что пока я был юниором, я там, значит, там было такое соревнование, дружба, это чемпионат Европы среди социалистических стран такой, да, это самое вот крутое было такое мероприятие для юных советских спортсменов, вот, там, значит, я вот ее даже выиграл в 84 году, да, и, в общем, так... Считал себя очень хорошим спортсменом. Вот. Ну, не все складывается удачно, где-то не хватило здоровья. И результаты так стабилизировались. И во взрослую сборную я попадал там, во второй состав только. Да? И, соответственно, думал, так сказать, как, что, чего. И вот, значит, мы фехтуем чемпионат СССР тогда по фехтованию. По фехтованию соревнования идут в пятиборье. Да? И со мной в команде попал наш вот динамовец из Питера, Вова Гаврилов. И, так сказать, кто занимается триатлоном, очень, значит, этого харизматичного человека хорошо знаете. Да? Мы с ним ровесники, вместе занимались пятиборьем. И вот этот Вова, да, значит, со свойственным ему красноречием, да, а соревнования по фехтованию длятся 12 часов в пятиборье. Сейчас-то там все по-другому, а вот тогда это было 12 часов. И вот мы 12 часов, он меня втирал, как они ездили в эту Болгарию, как они там ездили на велосипеде, как вообще это все классно. И я говорю, что, и вот так вот классно, как вот на этих картинках? Он говорит, вообще в 100 раз еще лучше. Вот, и поэтому я считаю Вову, значит, своим красным отцом, как, я думаю, очень многие, значит, люди, потому что он, конечно, мастер, вот такой очень харизматичный человек, вот. Значит, и это было в октябре 88-го, а вот в апреле 89-го произошли вот эти официальные события, и, значит, в июне на старт московского триатлона вышло, ну, человек 300. Вот, да, видимо, не... Да, в Крылатском. Видимо, Вова не только со мной успел поговорить. Вот, да, значит. И, значит, это было очень интересное зрелище, потому что вышли, в общем, реальные спортсмены, профессиональные, да, из очень разных видов спорта, да, то есть приехали велосипедисты, соответственно, пловцы, пятиборцы, морские многоборцы, лыжники, ну, там, бегуны и черти кто еще там, да, конькобежцы, там, ну, в общем, и так вот 300 человек, профессиональных атлетов разного, так сказать, возраста, уровня мастерства, совершенно экипированных, ну, совершенно как бы, да, то есть велосипедисты там приезжают, у них классные там велосипеды, все там, а кто-то там на совершеннейших драках, там на туристах люди выезжали такие, тогда маунтинбайков тогда не было. Вот. И вот, вот это пестрое совершенно зрелище, да, и вот, да, стартанули, и, значит... Олимпийская, вот это, да, то есть она тогда, значит, да, было велено ее везде называть Олимпийской, потому что вот и именно ее планировали программу Олимпиады, и поэтому было велено везде вот специально ее называть, от ITU прям была инструкция, что вот, вот эту дистанцию мы выбираем для себя основной, в отличие от айронменовской, и именно ее будем позиционировать на Олимпиаду, поэтому просим все федерации, которые вступают вот в Международный союз триатлона, основное внимание уделять этой дистанции и на всех стартах называть ее Олимпийской. Такая, значит, была инструкция.
Как родилась эта дистанция? Абсолютно, ее начали делить просто. Там просто долю плавания немножко увеличили. Да, ну, как бы да. Зачем долю плавания увеличили? Не знаю, не могу ответить точно, но когда я начал анализировать, то есть первым делом, когда я начал, уже начал заниматься триатлоном, первое, что я сделал, то сказать, чтобы понять, ну, просто для себя, да, есть такое понятие в многоборьях, значимость видов, да, то есть диссертации даже в советское время на эту тему писали, вот в пятиборье, да, то есть, кстати говоря, да, вот любым многоборством в триатлоне оказалось комфортным, потому что они понимали, как, что такое вообще тренировка в разных видах, и как ее сочетать, да, поэтому сразу там пятиборцы и многоборцы морские, они там некоторые преимущества получили перед остальными, потому что просто понимали, как тренироваться в многоборе. Вот, так вот первый был вопрос, а какая значимость видов, я должен на что внимание уделить больше, то есть за счет чего я могу выиграть, потому что там плывем мы примерно там около 20 минут, грубо говоря, да, там едем час, а бежим там, 30 там, с чем-то минут, да, значит получается, что велосипед вроде он самый длинный, значит вроде как бы получается он самый значимый. Да, плывем меньше всего, значит, вроде как оно незначимое плавание, да, потому что, как бы, ну, по крайней мере, в три раза менее значимое, раз оно в три раза короче, чем велосипед по времени, значит, оно должно быть в три раза менее значимое. Но это вроде как такая логика, как-то, ну, она не понравилась сначала, да, значит, надо как-то проверить было. Как проверить? Взяли, у нас такое есть понятие всероссийское, тогда была всесоюзная классификация единая, да, где есть вроде разряды, нормы там, да, первый разряд, второй разряд, кандидат в мастера спорта, мастер спорта. И там есть разрывы, да, вот третий разряд, такой-то результат, а вот первый разряд столько, а КМС столько. И когда наложили десятку на велосипед и на полторашку в плавании, наложили, и оказалось, что там по классификации, а классификацию тогда составляли очень грамотные люди, там это было статистически обосновано на больших массах, так сказать, занимающихся детей и так далее. Потом, значит, уже в 90-е годы там начали перекраивать, а тогда было все очень точно. Вот последняя советская классификация, она самая точная, вот отражает прям вот все прям очень четко, все очень профессионально. И все, оказалось, что третий разрядник в беге там, на 10 километров проигрывает перворазряднику в беге на 10 км. Ровно столько же, сколько третий разрядник на полторашке проигрывает перворазряднику на полторашке в плавании. А если пересчитать, в велосипеде 40 дистанции километров нет, там есть 25 и 50. Но если ее там несложно пересчитать на 40, и оказывается, что разница такая же. И из этого можно было сделать вывод, что какой-то очень грамотный человек, проанализировав вот эти все вещи, вот эти дистанции подобрал абсолютно одинаково, да? И если у нас триатлон, скажем, вот эта олимпийская дистанция... То есть, чтобы значимость видов была равна? Равна, абсолютно. Вот. Другое дело, что у кого-то был более сильный вид, у кого-то более слабый. Оказалось, что люди, которые там, скажем, вначале, например, получили преимущество бешеного велосипедиста. Хотя потому, что у них просто был хороший инвентарь, которого не было у остальных. И они, так сказать, умели им пользоваться, там, повороты проходить, и это там все, да, а остальные нет, вообще не умели. И оказалось, что это дает бешеное преимущество. Я могу вам сказать, что для тех, кто уже, так сказать, немножко с велосипедом знаком, вы поймете. Вот я пришел, мастер спорта почти международного класса по пятиборью, сел на велосипед и проехал прикидку 40 километров за 1 час 27 минут. Можете начинать смеяться, 27 км в час, там, меня девочки обгоняли, да. Вот, как это может быть, да? Ну вот так, я вообще не знал, как эти вот там, ни как поворачивать, ни как разгоняться, у меня там ноги сразу затекли, я езжу эти 20, это скорость, так сказать, там, у меня был друг турист, он, значит, вот с рюкзаком вот с таким, 32 ездил всегда, значит, до этого, до Симферополя и обратно, да, у него была средняя, вот, а я еду, упираюсь на спортивный, вот, понимаете, вот, то есть, это о чем говорит о спортивной специализации, да, то есть, вот. Естественно, как бы я ни плыл, как бы я ни бежал, да, вот это отставание, а лидеры ехали из часа 40 километров, да, вот, значит, эти 27 минут я ничем не мог отыграть, вот, естественно, места были далекие, но достаточно было потренироваться одну зиму, накачать специальную силу, значит, специальными упражнениями нужных соответствующих мышц, привыкнуть к посадке, чуть-чуть освоить технику, там, поворотов, там, педалирования и так далее, и я уже проехал, грубо говоря, там, час 4, да. То есть это где-то уже там под кандидата в мастера спорта. И разница от этого сократилась до там 4 минут, условно, там 5. Вот. А он за зиму со своей полторашки в 25 минут смог сбросить только одну минуту, как бы, да? Вот. А я, грубо говоря, там плыл 18. По тем временам это казалось вообще очень хорошо. Там, да? Вот. А это сразу групповая была? Нет, это были все разделки. Надо было ехать в 10 метрах, как вот сейчас соревнуются любители. И мы вот абсолютно в этой шкуре существовали до 96 года.
Вот. А потом, когда, значит, в 94 году триатлон, значит, в силу совершенно бешеной просто популярности в мире, значит, получил статус олимпийского, то есть, вот, значит, в 94 году было принято решение, что вот в 2000-м это уже все вот в программе Олимпиады. Тем более, что Олимпиада была в Австралии, а в Австралии триатлон был, это был самый популярный вообще вид спорта. И они, так сказать, организаторы как бы всячески этому тоже содействовали. И триатлон был включен в программу, вот, сразу без всяких там показательных, сразу как в основную программу был включен по просьбе организаторов именно австралийцев. И так в ней уже он остался, значит, навсегда. Вот. И вот как только это произошло, тут же надо было что-то было принимать быстрое решение вот с этим, значит, драфтингом, да, как говорят у нас, да, потому что, конечно, дух индивидуальной гонки – это все хорошо, но когда это любительские соревнования, да, то, соответственно, там какие-то, ну, после плавания достаточно большие разрывы. Кто-то проплыл за 20 минут, кто-то за 25, есть такие, которые за 30 минут плывут, да, и они, в общем, там потом спокойно едут по шоссе, вот, и едут их, в общем, так сказать, теоретически хотя бы можно как-то раскидать по эти 10 метров, да. Вот, а вот к 93-му году, я очень хорошо помню, вот нас, мы поехали на чемпионат Европы, уже была команда, и такая хорошая тогда, я уже работал тренером в 93-м, и там вот было порядка, наверное, 120 участников тогда, это сейчас ограничено 65-70, тогда было порядка 120 участников, и вот эти 120 участников за полтора минуты все вылезают из воды, и, значит, такая прекрасная, красивая дорога, да, значит, там узкая, да, машина туда, машина обратно, да, вот, и вот их надо как-то раскидать, да, вот и как их раскидать, никак, они, значит, там все ели, было правило такое, что если он тебя обогнал, то ты должен, значит, перехватиться за верх руля и ждать, когда он отъедет на 10 метров. Вот так это звучало. Ну, детский сад какой-то, да? Вот он, значит, перехватывается, этот проехал, а за ним-то в 10 следующий едет, да? А там еще следующий. После седьмого этот, блин, пошли в этот раз, опять мимо. И вот так вот ездили, да? А судья имел право подъехать к любому, значит, показать желтую карточку под нос сунуть, на мотоцикле подъезжает, вот, и дать stop and go, так называемый. А это, значит, человек должен был остановиться, отстегнуться, слезть с велосипеда, поднять его и стоять, пока судья не разрешит ехать. Это как раз для Олимпийских игр, да, то есть вообще просто, поскольку там виновата вся группа, он кого-то одного останавливает, да, и вот, значит, тот стоит вот так вот, и, а дальше усмотрение судьи, то есть, ну, это просто, это вот такая стопка протестов после финиша обеспечена, да, и они вот в той самой, значит, это было Люксембург и Европа, да, была 93-й год, они сначала первых 30 вообще всех сняли, потом их всех, значит, обратно вернули, а потом поняли, что, да, значит, надо что-то делать, да, вот. И, значит, к 96-му году это все, значит, упразднили, разрешили групповую гонку, значит, вся старая гвардия, значит, сразу, значит, сказала, что все, это уже не триатлон, это вообще черти че, значит, теперь, значит, дух вот этот индивидуальный пропал, то есть вообще непонятно, теряется роль плавания, теряется роль велосипеда, там, то есть можно проплыть, там, докатиться, потом бежать, ну, в общем, не пойми что. Вот, на самом деле, просто изменилась тактика, а накал, как бы, страстей, ну, он даже, как бы, наверное, даже вырос. Потому что теперь, ну, правда, все с точностью да наоборот, да? То есть, если раньше, как бы, человек, скажем, как мы размышляли, выходя на старт в свое время, да? Старт. Ну, старт, понятно, когда какой-то, значит, идет групповой забег или заплыв, то старт – это всегда очень быстро надо, да? Там, до первого буйка, до первого поворота максимально ты плывешь, дальше у тебя крейсерский темп, потом, приближаясь, значит, подплывая уже границы, ты должен снизить скорость, привести в порядок дыхание, собраться с мыслями, прокрутить там транзитную зону, которую тебе предстоит сделать, да? Выбежать спокойно, не торопясь, значит, добежать до своего велосипеда, потому что главное без ошибок, четкого, и, потому что вообще переход, вот вода, земля там качает, дыхание сбивается. Поэтому все спокойно делаешь, оделся. На Ironman же вообще одеваются сухое, да, значит, мы тоже там иногда переодевались, еще у нас экипировки не было, да, значит, многие вообще там переодевались прямо в транзитке, впрочем, да, нудистских представлений таких, значит, были, да, там, значит, все переодевались, вот, да, и, значит, сев на велосипед, да, соответственно, садились. Ехали и, значит, понимали, что надо там первый километр спокойно вработаться, там пристегнуться, там, да, значит, там, возможно, водички там попить. И вот, значит, спокойно вырабатываясь, смена же деятельности произошла, то мы, значит, плыли, теперь надо ехать, надо, чтобы мышцы втянулись. Выходишь на свой темп, отрабатываешь дистанцию, за какое-то время до транзитной зоны ты опять сбрасываешь темп, ставишь передачу полегче, приводишь себя в порядок, там, выпрямляешься немножко, так, готовишься к бегу, начинаешь, короче, да, проходишь спокойно транзитку, выбегаешь и опять же спокойно начинаешь бег, после велосипеда вырабатываешься, уже выходишь на свой темп, ну а дальше как уже здоровье позволит. Вот.
это когда ты едешь как бы сам, да? А вот когда, значит, групповая гонка, особенно вот такие, значит, высокого уровня соревнования, там получается все с точностью да наоборот. Ну, начало, естественно, такое же на первый буёк, как последний раз в жизни, да, значит, там, вот, кто первый приплыл, тому повезло, остальных затоптали, да? Вот. А дальше, да, начинается борьба, значит, кто первый там в транзитку вбежит. В транзитку бегут вообще просто изо всех сил, потому что задача такая, что успеть зацепиться за первых уезжающих, да? Вот, поэтому все бегут вот эти, значит, изо всех сил, переодеваются максимально быстро. И первые два круга велосипеда самые быстрые. То есть есть силы, нету сил, вработался ты, не вработался, там никого не интересует. Вот едет человек, и ты должен поймать вот его колесо и усидеть любой ценой. Никакой остальной дистанции в этот момент для человека вообще не существует. Кроить какие-то силы, там, распределять что-то, думать о том, что тебе еще потом бежать, абсолютно бессмысленно. Если ты потеряешь вот это колесо, и на тебе там вот эта струна порвется, и ты потеряешь вот ту группу, для тебя соревнования, скорее всего, вообще закончились, и шансы на высокое место. Поэтому люди выкладываются просто вот на этих кругах, как будто они вообще единственные. Вот. А дальше уже зависит от того, как сложилась гонка. Да? То есть, предположим, могут все участники собраться в одну большую группу по законам физики. Да? То есть, значит, там, едешь сзади, ему как бы полегче. Значит, вот. И плюс он глазами еще видит, кого догонять. То есть убегать всегда труднее. Соответственно, догоняют. Последний догнал первого, все в одной группе. Скорость резко упала. То есть они ехали там под 50 км в час, мужики. Тут, значит, катится там 40 уже, предположим. Да? Пульс упал там со 180 до 120. И уже все катаются, там водичку пьют, готовятся к бегу. Такой вариант возможен. Вот. Вариант возможен другой. Значит, группа также по закону физики разбилась на несколько таких вот капелек групп, да, и тогда уже каждая группа по правилам, значит, командной гонки велосипедной, да, значит, сменяет друг друга, значит, едет, пытаясь поддержать высокий средний темп, и дальше уже все зависит от уровня подготовленности этих людей и слаженности их действий, как бы, да. Они или догонят, или их догонят, да. Вот. Но это уже такая темповая ровная работа. То есть как заранее сказать, как гонка сложится, очень сложно. Но здесь зато масса вот возможностей для каких-то вот слаженных тактических действий, о которых мы вначале говорили. Да? То есть там вот получилось, например, что вот на Европе, да, на этом примере расскажу, да, они, значит, выплыли, и в первой группе атлетов оказалось 14 человек, в том числе оба брата Полянских. Василий для себя проплыл не очень хорошо, он хотел сильный пловец, но так вот, ну, не сложилось, потому что все-таки, естественно, водоем, где-то оттеснили, где-то притопили, вот, и он выплыл всего 7 секунд за ними, всего 7, да, как бы ничего, да, но это уже значит, что он в эту группу не попал, а попал в начало следующей, вот, а в этой следующей группе ехали все три призера прошлогоднего чемпионата, швейцарец Райдер, бронзовый призер Олимпиады Афинской, норвежец молодой Блюменфельд, победитель прошлого года Хаус француз, который был четвертый на предыдущей Олимпиаде. То есть сильные атлеты очень, да? Два хозяина гонки ехали, португальцы, которые очень сильно бегают. Вот, то есть там, значит, люди, которые рассчитывали на пьедестал, как минимум пятеро, да? И у них была задача догнать. Разница между группами 20 секунд. Значит, если они наладят слаженную работу, в этой, там 14 человек, тут 35 где-то примерно едет. Естественно, у этих шансов больше догнать. Трасса скоростная, то есть дорога широкая, то есть у них были все шансы догнать. Вот. И вот в этой ситуации как раз Иван, так сказать, проявил такую как бы грамотность свою, значит, велосипедную, да, и начал это все дело как бы сбивать, тормозить. И, естественно, это все в пределах правил делается, да, то есть не то, что там человек выехал, как тормознет там, да, то есть это ни один уважающий спортсмен такие вещи не позволит себе делать, это никто не простит и никто себе и не будет, да, то есть у нас есть понятие какой-то честной борьбы и так далее, но просто в велоспорте, вы сами понимаете, да, они ведут борьбу на пределе, как, и вот едет эта группа, да, там есть, в ней есть инициативная часть, да, там 5-6 человек. И они едут на пределе своих возможностей. Вот там, скажем, 45 км в час гонка идет, вот он выехал, и всеми силами, значит, человек пытается хотя бы там до 46 раскрутить, немножко разогнать. Как только устал, там через 15-20 секунд, он уходит назад, уступает место следующему. Тот пытается еще чуть-чуть добавить. Там буквально, опять же, 15-20 секунд, максимум там 30, да, опять человек уходит, выступает место следующему. Ну, велосипедные гонки все смотрели. Так вот они и работают. Вот, доходит очередь до Вани, Ваня, значит, 45, очень плавно, незаметно для всех, там, сливает на 43-42. То есть работает просто не в полную силу, но это чувствует только 2-3 человека, которые сидят за ним. Те, которые сзади, это вообще никак не чувствуют, потому что они просто катятся в этой группе, там, и вообще как бы не понимают, там, насколько... Они без компьютера есть, они не видят? Нет, ну они видят, но им очень сложно оценить, это как бы мы так едем медленно, почему? Потому что там, может, ветер подул встречный, они же это ничего не чувствуют там в этой группе, да?
им как бы достаточно легко с заднего. А тяжело только вот этим первым пяти, там, которые все, собственно, раскручивают. Вот. И он, значит, незаметно скорость раз снизил. Значит, следующему уже надо опять ее до 45 возвращать. Пока он ее вернул, тут опять уже Ваня, да, вот. Вот. Соответственно, ему нужно проявлять активность. То есть он работу выполняет на самом деле большую. Ему нужно, значит, отдав свою смену, втиснуться опять в эту струну туда, да, значит, и его, значит, там через 2-3 раза они начинают это понимать, они его туда не пускают, он туда, значит, влезает. Вот. Вот так. Поэтому вот это самое. Опять же, на сложном участке где-то, когда повороты, да, там, вот этот поворот можно пройти на 25 км в час. Ваня прикладывает усилия, выходит на первую позицию, проходит его вместо 25 на 22 км в час, да, то есть еще 2 секунды, да. Вот. Ну, то есть вот так потихонечку, за счет очень больших затрат собственной энергии и хорошего, так сказать, владения велосипедом и знания вот этой всей философии гонки, да, вот так потихоньку, значит, с каждым поворотом, с каждым отрезком, да, значит, достигается вот преимущество. В итоге оно выросло с 20 секунд до 130, до минуты 36, да, то есть полутора минут, больше полутора минут. Все, это обеспечило уже спокойную совершенно беговую позицию для первой группы. Вот, поэтому вот, как бы, вот такая тактика, да. А Василий во второй группе разрушал? Да, Василий, да, во второй группе разрушал. Никто больше не разрушал? А? Никто больше не разрушал? Ну, другие команды. А другие команды, нет, ну вот они там, значит, получилось, что там, значит, скажем так, не получилось слаженных действий других команд, да. Скажем, англичане всегда славятся своими действиями, но получилось так, что два англичанина в первый, и они как раз способствовали увеличению скорости гонки. То есть они работали как раз там сильные велосипедисты, они как раз помогали ехать. То есть их интересы совпадали с интересами наших полянских, они, значит, увеличивали скорость гонки. Швейцарец Райдер, опытнейший спортсмен, да, самый там возрастной, он как бы там один, и, значит, он один, значит, ничего не мог противопоставить. Этот норвежец, он тоже один, да. Вот они такие самые активные там были. Португальцы бегут хорошо, но на велосипеде они всегда пассивны, они катаются сзади, ждут бега, да, и рассчитывают на свой бег, но на велосипеде они как бы, ну, не проявляют активности. То есть здесь речь идет о слаженности, то есть когда есть какая-то такая, ну, идея, да, то есть она может вот переломить вот этот ход, да, это, потому что в какой-то момент человек, который пытается сопротивляться, он, да, он говорит, ну что, мне больше всех надо, что ли, я тут один не могу справиться. То есть мы все тут дружно, а тут же как бы, да, вот. И все. И это чисто психология, да, то есть они там круг посопротивлялись 2-3, то есть там, например, после шестого круга была еще минута, а за два последних стало 1:36. Вот, то есть вот здесь важно, кто кого передавит. То есть это соревнование уже такое интеллектуальное, вот, на самом деле. Это была спонтанная такая тактика, или все-таки, можно сказать, Нет, какой секретик? Нет, мы вообще-то как бы рассчитывали, что Ваня выплывет в первой группе, откровенно говоря, и поможет просто этой группе ехать быстрее, да, то есть это было, но так получилось, что он выплыл чуть-чуть хуже и оказался в этой второй группе, и по итогам гонки, да, мы увидели, что польза оказалась, ну, никак не меньше, скажем так. То есть он сам сообразил, получается? Не, ну, там порали, связки голосовые сорвали, да, то есть надо было быстро принимать решение, но вот факт то, что человек, который грамотный, который готов был, так сказать, это делать заранее, то есть, да, то есть он просто очень быстро сориентировался, гонка, она всегда непредсказуема, мало ли что бывает, но когда люди грамотные разные варианты просчитали, то, соответственно, вот этот вариант и сработал. Но сказать, что именно этот вариант мы отрабатывали, я, конечно, не могу, мы немножко на другое рассчитывали, но вот здесь вот получилось так. То есть Игорь выполнил задачу там впереди, Ваня выполнил задачу здесь. Это как бы вот нормально. А со всеми этими командными тактиками не может получиться в будущем, ну, что там Олимпийский комитет скажет, что это же нечестно, но с другой стороны один чувак, а у кого-то трое, и один он не может играть в командную тактику, а трое могут. Нет, а это... У всех 9 человек, или сколько-то нужно. Нет. 3, 2. Да, то есть, значит, конечно, значит, речь идет о получении олимпийских лицензий, да, и, соответственно, какая страна, сколько может этих лицензий получить, это, еще мы вначале с этого начали, да, это огромный труд, да, значит, нужно выступать в большом количестве стартов. Вот, и показывать определенный уровень результатов. Поэтому далеко не у всех стран, значит, максимальное количество. Я могу сказать, что вот на сегодняшний день на вот эту Олимпиаду, да, 5 стран всего в мире получили вот это максимальное количество лицензий. Это Великобритания, США, Австралия, Испания и мы. Вот 5 стран, которые имеют 3 и 3. Все, остальные не получили этого количества. А уж что там будут делать атлеты, есть правила, где он не может блокировать, где он не может там подрезать, ну это никто и никому в голову не придет, это просто опасно как бы, да, вот, но никто не отменял тактических действий. Вы можете посмотреть на эту тему, интересный очень ролик, он есть на YouTube, наберите, значит, Московская Олимпиада, бег на 10 000 метров,
легкоатлетика, да? Вот. И там, значит, выиграл, как известно, Миру Сифтер. А соревновался он не больше, не меньше, как с Лассе Вёрнем, четырехкратным олимпийским чемпионом 1976-1972 году. И вот там бежало три эфиопа и два финна. Но при этом финны были явно каждый сам за себя. Вот. А три эфиопа, они просто откровенно, то есть там человек просто, Ифтер бежит себе по бровке и бежит, а два других просто как вот верные рабы, там вот прям вот выбегает вперед, и прям видно, как вот прям останавливается вот так вот. И вот этот Вирон убегает, Вирон был просто, у Истера просто очень сильный финиш, а Вирон как бы, ну, легендарный атлет с невероятным темпом по дистанции, рекордсмен мира там и так далее. Вот, и задача была сбить этот темп, и вот они прям, он обгоняет Вирона, и прям перед ним вот почти останавливается. Вирон оббежит его, там второй эфиоп опять оббегает, останавливается, Вирон опять оббежит, и так 25 кругов, да, вот прям это в гонке прям вот видно, да. Вот. И там Ифтер, конечно, победил. Второй, другой финн, который в этом ничем не участвовал, просто бежал для себя, как бы, занял второе место. А вот этот парень, который больше всех работал, значит, эфиоп, он еще и третьим забежал, да, то есть это вообще фантастика. То есть на самом деле он там просто все это, там, Мухаммед Кидир, по-моему, фамилия, вот, значит, фантастика, что он там сделал. То есть количество ускорений, которые он сделал по ходу, то есть, ну... Не... Все было по правилам. И это в пределах правил. Причем там было явно, что человек прямо сбрасывает. А в велоспорте это все гораздо еще менее заметно. И это все абсолютно в пределах правил. Если нет вот таких вот там движений, которые могут там завалить людей, там, ну человек едет, ну, он едет на первой позиции, но едет там на 2 км в час медленнее, чем все хотели бы. Ну что ж теперь с этим можно поделать? Дорогу будет атаковать. Вот, да, пожалуйста, атакуй, да, то есть не вопрос. Ну вот в эстафете упустили, да, значит, едет, значит, сейчас скажу, это был второй этап, на котором Игорь был Полянский, а впереди едет датчанин, с которым, в общем-то, мы так особо и не соревновались, на самом деле, но так получилось, что первая датчанка очень хорошо сделала этап, вот, и он проплыл хорошо, едет один впереди, и они втроем начали догонять, значит, англичанин, наш и венгер. Вот. И Игорь отработал честно смену, как правильный такой, да, отдает смену, вперед выходит венгер, Игорь сюда встает, и в это время англичанин отсюда делает ускорение и перекладывается, вместо того, чтобы как бы, ну давайте догоним его, он говорит, зачем мне с вами догонять, я сам догоню, и все, и вот и в итоге мы англичанам проиграли, мы там потом анализировали, на каком участке, вот. То есть, да, то есть это нормальный прием, да, то есть они, это самое, Игорь честно отработал, уставший ушел, его еще венгер загородил, и в это время сильный велосипедист, англичанин, да, взял и переложился к тому в одиночку, используя этих двух дураков, значит, в данной ситуации, значит, они его раскатили, получается, а он, значит, вместо, чтобы им помочь, от них оторвался. В итоге датчане, как и ожидалось, два последних этапа они сделали достаточно слабо, и с ней и в призы не попали. А англичан вот так, и вот на последнем этапе Дима догнал, но финиш не смог выиграть уже, значит, на беге. Вот, англичане выиграли. Вот и все, вот эта тактика. Ну что, это нормально? Это нормально, это только добавляет красоты всему этому делу. Понятно. Значит, мы на самом деле немножко отвлеклись, был вопрос, как я попал в триатлон, да, значит, я на него не ответил. Вот, растеклись по древу называется, да? Значит, я занимался пятиборьем, но вот было большое желание, значит, попробовать. И вот на этот самый московский триатлон в июне, значит, я заявился. Вместе со мной заявились мои ребята, товарищи, с которыми я тренировался в пятиборье. А ребята были, в общем, не слабые, например, среди них был такой Миша Мягков, который занимался к тому времени уже 10 лет пятиборьями, неплохо. А вообще он пловец был и отбирался на Московскую Олимпиаду как пловец. Вот ему, и у него так на всякий случай результат там 15-44 на полторашке был. Да? То есть он там вот, Сальников у нас легендарный, да, вот 15 минут плавал, а он вот, значит, был пятым при отборе на Московскую Олимпиаду среди советских спортсменов. Вот. И потом он, значит, занимался пятиборьем, очень хорошо бегал. Вот, и, соответственно, плавал, и вот он тоже принял участие. То есть, если бы Советский Союз просуществовал чуть подольше, то я думаю, что советские спортсмены в триатлоне очень быстро бы показали, так сказать, достаточно высокие результаты, а так получается, что мы попали вот на разруху, да. Вот, ну, в общем, вот мы выступили, опыт, я вам сейчас расскажу подробнее, как проходила первая гонка, вам это пригодится, поскольку вам кто-то ее уже сделал и меня поймет. А кто-то, значит, еще ожидает, я, значит, я думаю, тоже с интересом послушает. Значит, как это выглядело, да, значит, 300 человек, как мы уже говорили, там, мастера спорта плюс-минус, там, были международники, были кандидаты, но разные виды спорта, полная сборная солянка, все, что только можно представить, вышли на старт, было очень тепло, это было крылатское, было... В канале плыли, с торца стартовали, плыли, да, это самое. Вот 80... Два круга? Спасибо. Нет, один круг тогда. 150 туда? Да, обратно, да, вот. И вода была очень теплая, градусов 25, это было там где-то 12 июня, вот прям почти как сейчас, да, но только сейчас холодно, а тогда было очень жарко. И там градусов 30 было, так сказать, жара, да, вот. А велосипед где у вас проходил?
А велосипед мы ехали вокруг Гребного канала по равнине. То есть там такая объездная дорога есть, да, то есть если выехать так вокруг туда эллингов, выехать, проехать, и там была такая перемычка, даже, так сказать, там метров 100 грунтовой дороги был такой, да, вот. Мы потому что по ней ехали, никого не волновало. То есть 42 км это велосипед, вот, и бежали потом по острову там два круга, значит, получалась десятка, да. Вот, ну, такая вот трасса, солнышко, так сказать, никто вообще, для всех это первый триатлон, для большинства, вот. За исключением буквально нескольких человек. И, ну, в принципе, плавание там для меня особо не составило. То есть я плавал где-то на уровне там 18 минут полторашку. То есть это, конечно, не 17.40, даже, не 15.40, даже близко. Да? Ну, это там уровень там, кандидата мастера спорта по тем временам был. Вот, я там проплыл, вылез я третий из воды, сел на велосипед и понимаю, что я сижу на велосипеде там третий раз в жизни, как бы, да, вот. То есть, как бы, мне торопиться вообще некуда. Мне дали спортивный велосипед, там, специально, там, на кафедре велоспорта в Гацалиевке тогда, да, значит, мне, значит, по знакомству дали этот велосипед, проедь там, только не поломай ничего. Вот. Первое, что я увидел, это крутившиеся звездочки на задней, так сказать, вот, сейчас это кассеты, а тогда это были такие пятерники, и на них были накручивающиеся звездочки, вот они там, три из них открутились и просто болтались, поэтому ехал я на всякий случай на маленькой передаче впереди и на одной задней большой звездочке сзади, да, так вот, значит, никуда не торопясь. Средняя скорость, я так думаю, километров 27 у меня была, наверное, с учетом всех этих вещей. Вот, ну, у меня было такое ощущение, что обогнали меня вообще все, кто только можно. Потом выяснилось, что меня обогнали из 300-100 человек обогнали на велосипеде, а 200 не успели, как бы, да, просто. Вот. Но Мишу Мягкова я догнал, потому что у него отвалилось седло, ему пришлось ехать стоя. Вот. Значит, поэтому вот так это все было смешно. Вот. И потом я когда доехал, да, и, в общем, я, в общем-то, совсем не устал, но подумаешь, там, значит, полтора часа провел, сидя в седле. Вот, и думаю, ну, сейчас-то я пробегу, а я как бы так, ну, бегать любил, 10 километров для меня там пробежать такой темповой там кросс, это было вообще удовольствие, и думаю, ну, сейчас, вот, как бы догоню, по крайней мере, половину обратно, да, вот, отбегаю, так, как-то, ну, странно, только что-то как-то ноги, как бы, да, вот, что-то себя чувствую, ну, пробежал, вот. И вот, значит, где-то километра 3, через 3-4, да, начали, то есть я такой бегу в своем нормальном темпе, но через 3-4 километра начались жесткие такие судороги, там, ну, просто, да, вот, ну, то есть не то, что там прихватывает, а просто, да, вот, пришлось там сесть, причем, как только ты садишься, значит, у тебя так, значит, передняя, ты, значит, садишься, у тебя там задняя, и вот ты так вот стоишь, да, вот, и вообще не понимаешь, как можно сдвинуться, да, из этого состояния, да, ну, в общем, вот, поползав там по траве как-то, да, и, в общем, как-то отпустило, какое-то время пришлось идти пешком, потом, значит, бежать трусцой, в общем, результат был порядка 45 минут вместо ожидаемых 33, там, да, где-то, вот, и, то есть, незабываемые впечатления, ну, правда, я действительно кого-то обгонял, но, конечно, не так много, как хотел, вот, при этом, при всем я еще и обгонял. Вот, значит, очень поучительная цифра, которую, значит, однозначно стоит запомнить, да. Значит, ну, я как-то очень любил взвешиваться, да, то есть, ну, дома стоят весы, там, пружины по тем временам, ну, как-то вот, так сказать, там, пришел с тренировки, взвесился, там, поел, опять взвесился, там, извините, в туалет сходил, опять взвесился, да, ну, как-то представлял, какой вес. Вот я знаю точно, что мой вес был средний 72 на тот момент, вот, после плотного ужина он мог быть 74, а после тренировки, как правило, 70, да, вот в этой диапазоне этих 4 килограмм как-то я вот жил, и для меня это, я, так сказать, понимал хорошо. Значит, что, значит, меньше 70 я не видел ни разу, да. Значит, здесь я пришел на финиш, когда, да, значит, я, естественно, значит, первым делом я начал пить, да, то есть это были такие бутылки литровые, еще не пластиковые, а стеклянные, вот у меня было с собой две бутылки, значит, литровых с какой-то жидкостью, типа морса там, да. Вот, я выпил эти две бутылки, то есть 2 литра, то есть 2 килограмма, да. Доехал до дома, я встал на весы, было 65. Вот, значит, это на самом деле очень важно, да, то есть, а из дома я уходил, грубо говоря, там, ну, 71, видимо, да, вот, то есть, потеря жидкости составила более 8 килограмм, то есть, 8 литров. Естественно, судороги, странно, что я вообще в обморок и в тепловой удар как бы не брякнулся, да, поэтому, да, значит, это такой специально поучительный пример, запомните, да, что питьевой режим – это первое, что нужно делать. Потеря жидкости невероятная происходит не только на бегу, где вот вы бежите. Значит, почему для меня это был сюрприз? Потому что когда ты бежишь достаточно интенсивно, да, там, ну, ты потеешь, и ты как бы чувствуешь, там вот пот течет, майка потеет, она так вот все так сказать, чернее и чернее, да, да, значит, вот прям, вот, и так далее. И ты как бы понимаешь, вот, да, я попотел сегодня, вот было жарко, я пробежал там полтора часа кросс, вот я попотел. Вот, а на велосипеде ты едешь, там хороший обдув,
пота как такового нет, обдув хороший, и тебе кажется, что ты не потеешь. На самом деле это вообще не так. Значит, потеря жидкости, она, так сказать, точно такая же, но поскольку идет хороший обдув, она вся испаряется, ты ее в виде пота не замечаешь, а она теряется. И теряется в невероятных количествах. Поэтому, не доводя себя до вот таких вот состояний, значит, просто понимая, что, значит, погода там жаркая, вот, надо пить. Вот. Вот. Ну, вы, если вы так посчитали, то, наверное, да. Я на тот момент считать не мог. А вот сейчас, Полянский, например, за сколько он делает? Вы знаете, дистанции немножко разнятся по, значит, длине, да, они там не всегда совсем точно померены, а самое главное, что они разнятся по условиям, в которых проходят, да, то есть может быть быстрый велосипед, медленный, значит, могут быть тяжелые трассы, много поворотов, могут быть горы высокие, да, значит, ветер может быть. Плавание может быть в гидрокостюме, без гидрокостюма. Это все влияет на конечный результат, поэтому мы вот эти цифры точно как бы для себя не отслеживаем. То есть рекорды мира, естественно, понятное дело, не фиксируются. И мы так не сравниваем. Мы сравниваем людей между собой. Но в целом понятно, что где-то час 45. Да? То есть час 45 – это такая нормальная олимпийская дистанция у мужика. И немножко из двух часов у женщин. Вот. Это как правило. Ну, там плюс-минус иногда там и 42 может быть, и 48 может быть. Вот. В основном это за счет велосипеда идет люфт. Ну, плавание могут, там, буёк где-то чуть снесло, там волна пошла, там течение может быть какое-то поперечное. Это все усложняет, удлиняет дистанцию. Опять же, до транзитной зоны, может быть, от воды бежать 100 метров, а может быть, это рекорд 850 метров у нас был на первенстве мира среди юниоров на Мадейре в 2004 году, где у нас Валя Мещеряков стал победителем первенства мира. Валя Мещеряков? Вот где Валя Мещеряков стал победителем первенства мира, и другого у нас пока такого и нету. Вот, да, значит, вот там 850 метров бежали. Такой довольно длинный был путь. Соответственно, вот, такие результаты, да. Вот, поэтому вот такой первый опыт, да, я думаю, что на первой гонке вы будете чувствовать что-то подобное. Вот. И, но это очень быстро все войдет, да, в свою как бы колею, потому что на второй гонке я уже, значит, там была уже трасса сложнее, там был велосипед потяжелее, но я уже потренировался целых две недели, я научился переключаться на велосипеде, я добыл велосипед, у которого не отвалились шестеренки, вот, и, значит, я пробежал, например, 37 минут уже, да, то есть, что было уже гораздо ближе к моему там результату, да. Вот, ну и так далее, да, значит, это был, кстати говоря, второй старт проходил в Эстонии, надо сказать, что Эстония в Советском Союзе, она была там вот родоначальником, то есть они где-то уже с 85 года проводили триатлоны, и эстонские спортсмены были сильные, и они проводили первые старты, и Прибалтика, там потом Рига тоже откликнулась, в Даугавпилсе мы проводили старты хорошие, это было очень все интересно. Там, правда, произошла трагедия, вся вот эта эстонская команда, она вот была, помните, такая трагедия с паромом «Эстония» была, они, так сказать, когда двери открыли эти там, да, и весь паром затонул в Балтийском море, это в середине 90-х было, вот вся эстонская команда триатлонная погибла на этом пароме тогда, да, то есть вот все ребята, с которыми мы начинали, которые нас на первых парах тогда обыгрывали, они все, значит, вот вышли в историю туда, вот, на дно Балтийского моря. В Эстонии центр триатлона «Вотепер»? А? Они «Вотепер»? Они проводили вот этот, у них был триатлон, вот этот Ironman, Транс-Эстония. Они вот теперь стартовали, а финишировали на стадионе Калев в Таллине, да, то есть Транс-Эстония они проводили. Вот. Это так. А? Ну, сейчас нет такого. По-моему, что-то подобное проводится. Просто теперь это, ну, я не слежу. А свой опыт, а? Свой опыт в длинном триатлоне. Да. Ну, есть, да. Он, так сказать, да, такой несколько отрицательный, да, но, так сказать, там есть свои эти самые. Да, нет, на самом деле все очень интересно. Давайте расскажу, значит, вам будет это тоже близко очень. Вот, да. Нет, значит, да, пожалуй, там вам что-то пригодится, да, что-то пригодится. Значит, как это выглядело, да? Значит, ну, мы, естественно, себя готовили на Олимпийку. Вот, но поскольку это был 89-й, 90-й, 91-й год, надо сказать, что в сентябре 89-го года собралась сборная команды СССР, вот это под руководством Андрея Егоровича Рогатина, и я был в составе этой сборной, потому что они специально набрали там один пятиборец, там пловец, лыжник, то есть всех набрали, чтобы посмотреть, что это вообще будет происходить. Вот, и я там был, вот, и
мы очень, так сказать, здорово провели вот год в тренировках, и там велосипедисты учили нас ездить, мы учили их плавать, ну, так, каким-то своим примером, скажем так. Значит, были тренеры, которые тоже пытались все это, значит, сопоставить и придумать какую-то первую методику тренировки вообще, что делать, да. Я уже говорил о том, что, значит, здесь многоборцы некоторые преимущества получили, потому что просто у них сознание так вот было заточено под несколько тренировок в день в разные виды, поэтому им было проще к этому адаптироваться. Вот. Но, тем не менее, вот в 90-м году прошел первый чемпионат России на Олимпийке. Там победил Саша Никольшин, Александр Викторович, теперь тренер нашей школы. Он лыжник, но в детстве занимался плаванием. То есть, если бы он плаванием не занимался, как другие лыжники, у него шансов бы не было. Но он занимался плаванием, где-то на уровне там, второго, первого разряда мог проплыть, и вот это его, как бы, так сказать, спасало. Даже второго, там, первого, там, пожалуй, не было. В районе 20 минут он плыл полторашку по тем временам, но он бежал с 32 минут, и он очень сильно ехал на велосипеде, потому что лыжная подготовка функциональная, она к велосипеду очень близка. Потому что первым чемпионом СССР стал Саша Никульшин. Вот, это было в Питере в 90-м. Вот. И мы все готовились на эту Олимпийку. Но тогда еще были такие времена, еще не было вот этого олимпийского статуса. И, в принципе, вся мировая элита триатлона, она еще не делала такой принципиальной разницы. То есть одни и те же люди могли выступать и там, и там. Это потом очень быстро все это разошлось. И атлеты разделились, и очень мало кто, так сказать, стал совмещать. А тогда это все было в одну кашу. И люди ездили в Ironman, потом Олимпийка, потом опять Ironman. Выступали как бы много, и это считалось нормальным. Вот. И, ну, в общем-то, на тот момент к Ironman условий готовиться особенно было негде, потому что, если вы представляете, там, 90-й, там, 91-й год, да, то есть там кушать-то особо нечего было, да, не то, что там тренироваться, вот, но, тем не менее, было острое желание хоть как-то соревноваться, и когда пришло приглашение из Англии принять участие в Ironman, да, значит, там, ну, руководитель нашего клуба, там, у нас был там некий спонсор такой, да, вот, он, значит, о, давайте, в Англии, хорошо, я в Англии еще не был, поедем, да, вот. Вот, ну, мы, так сказать, решили, что, скорее всего, так сказать, ничего не выйдет из этого, продолжали тренироваться, как тренировались, вот, но тем не менее, да, значит, все получилось, и нам говорили, так, все, едем там, вот там, через две недели едем, да, вот. Но мы не сильно были готовы, да, у нас были какие-то там, значит, немножко другие планы, но кто же откажется поехать в Англию, да. Но надо понимать, что это сейчас как бы сел, купил билет, на сот полетел. Тогда, когда, значит, зарплата $5 в месяц, да, значит, по курсу Центрального банка, вот, то, значит, ты ничего купить не можешь, да. Значит, спонсор нанял автобус такой большой, значит, как вот сейчас такие вот, ну, 40-местные, да. Вот, двух водителей, вот, на месяц, да, оформили все такое, посадил нас туда всемером, в этот, значит, в этот автобус, и сказал, Англия там, давайте, ребята, вот. А сам поехал за нами на машине, да, и вот если бы он не ехал, может, было бы полегче, а поскольку он заезжал во все интересные места, как бы, да, там, вот, то это все мы его там еще ждали подолгу, да, и так далее. В общем, это все так грустно развивалось там. Я не знаю, кто-то пересекал в Бресте границу, да, на автомобиле, наверняка же есть люди, да, вот, то есть сейчас там все культурно, да, значит, вот там все это, значит, такие всякие сооружения, все нормально, а тогда это было такое, да, значит, вот этот самый, значит, такая, значит, будочка стояла, значит, с советскими пограничниками, да, которые еще не поняли, что они белорусы, а, значит, вот, да, и мы так ночью подъезжаем, а там очередь такая, километров на, там, 10, наверное, за автобус, потому что все хотят, да, значит, выехать в Польшу и продать клей-момент и кипятильники. Вот у нас такие там ходовой был товар такой, значит, все продавалось в Европу там за доллар. Вот, и, значит, вот все эти автобусы стоят, набитые этими кипятильниками, да, вот, и все, там стоят мужики наши простые с трубами, и, значит, если кто поедет, выбивают лобовые стекла мгновенно. Ну, то есть вот такие были времена. И вот мы там, значит, так, сяк, мы там спортсмены. Потом расцвело, оказалось, что вот это поле до горизонта, это как бы такой, как бы, ну, как бы туалет, скажем так, да, то есть вот так вот, так. Вот кучки, 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 кучки до горизонта, да, то есть, ну, весело. Вот, ну, в общем, короче, ехали мы до Ла-Манша, мы ехали четверо суток. Потом его еще ухитрились переплыть, найдя паром, еще не знаю, да, там еще где, чего, переплыли на пароме этот Ла-Манш, и еще ехали до города, значит, Дарби такой, да, город, Дерби, Дарби, да, это, значит, Средняя Англия, вот Ноттингем, там, Ноттингем Форест, Робин Гуд, кто читал Айвенга, Ашби, да, вот, значит, вот это все там, вот, да, вот, вот мы еще ровно 5 суток от порога до порога. Вот. При этом питались мы, я могу сказать, чем, да, это самое, консервированное мясо по-литовски, как сейчас подумаем, я с тех пор консервы не ем. Вот.
а тогда просто было больше нечего, да, то есть вот только эти консервы. Ну, это как бы, значит, может, у нас время останется, мы о диете поговорим, да, вот это то, чего точно есть не надо, да, то есть, вообще никогда, ни под каким видом, даже если вы не будете заниматься триатлоном, лучше это не есть, вот. Ну, а у нас не было выхода другого. Вот, значит, соответственно, вот мы приехали мы за 2 дня до старта. Вот. В первый день нас, ну, это как бы были первые русские, которые вообще, да, значит, то есть нас порвали сразу на части, да, то есть мы за, вот с 6 утра и до вечера мы успели быть почетными гостями на детских соревнованиях первенства колледжей местных, вручить награды, да, дать интервью на радио, на телевидение, посетить, значит, мэра города Дарби, значит, отобедать с председателем клуба, потом он нас повез, ну, вам говорит, надо потренироваться, давайте, да, значит, на велосипеды, значит, мы сели, прокатились первый раз за 5 дней. Я говорю, нам километров бы 30. Он говорит, нормально, вот. И в итоге мы проехали там где-то около 60 миль, потому что он хотел нас показать своей бабушке, да, которая всю жизнь мечтала дожить, чтобы посмотреть на русских, как бы, да, то есть... Ну, реально, да, то есть мы приехали к бабушке, бабушка была счастлива, да, мы вернулись обратно. Не, ну, то есть вот реально, понимаете, тут как бы ничего даже не придумывать не приходится, походу. Вот. А, значит, вечером после всего этого нас привели, значит, в паб, да, паб, вот. Где собрались все любители клуба, да. Вот, и, ну, они специально собрались, значит, у папы была, значит, недельная выручка, видимо, сразу в этот день, все собрались, это были все триатлеты, да, и я смотрю, они что-то там по жребию тянут, да, а они тянут, значит, кому мы на ночь пойдем, потому что дети спать не ложатся, как та бабушка, да, значит, они, значит, хотят, ну, что, значит, и вот они нас тянули по жребию, нас было 7, значит, нас разорвали по разным семьям, и действительно, когда мы в 1 часу ночи заявились в этот дом, очаровательный мужик, он, значит, водитель автокрана в порту был какой-то, интеллигентный человек в рубашке такой, то есть это минимум, так сказать, что-то среднее между академиком и профессором нашим, да, то есть, ну, это вот, значит, водитель этого крана, жена у него учительница, прекрасный там двухэтажный дом, 3 очаровательные дочки там, значит, вот, ну, вот такие вот дочки, вот, в ночных рубашках стояли по стойке смирно и, значит, ждали, когда мы не ложились спать, пока мы не придем. Да, они увидели советского человека настоящего и пошли спокойно спать. Вот, поскольку, значит, я был единственный, кто хоть как-то говорил по-английски из всего этого, да, вот, и вот за все за это я отдувался, да, значит, вспоминая весь запас 5 классов спецшколы, да, значит, из которого я до 5 класса в спецшколе доучился, потом в спортивную перешел, значит, вот. Как бы я весь запас сил, здоровья и знаний отдал, как бы, и когда я в 2 часа ночи лег под одеяло, значит, меня вот просто, ну, колотило просто, значит, был в пору уже какой-то аспирин, что ли, пить, значит, просто трясло уже от перенапряжения нервного так, что, да, а завтра уже надо было ехать туда и послезавтра стартовать, да, вот, ну, так, интересно, да, значит, поэтому просто правило первое, да, значит, если вы готовитесь к длинному соревнованию, значит, продумывайте свое путешествие, берегите нервную энергию, старайтесь меньше разговаривать, скрывайте свои знания языка, вот, да, и, значит, копите, так сказать, жидкость и энергию, да, в организме, вот. Гонка прошла очень интересно, значит, с вечера, как обычно в триатлоне, вы знаете, ставится все это, значит, в Айронмене, да, значит, в обычном триатлоне-то это не так, а в Айронмене с вечера все ставится. Мы, значит, в 6 часов там нам показали примерно, где будет там транзитная зона, где чего, мы поставили велосипеды, да, вот, там, ну, там больше 1000 участников было, да. Плыть надо было... Это назывался Iron Man, назывался Iron Bridge Triathlon, да, это была там лицензия разыгрывалась на Гавайи, то есть это было не ху-ху, да, то есть это серьезное, да, совершенно мероприятие, там разыгрывалось какое-то количество этих лицензий, и там вся Англия приехала за них бороться уже тогда, это был, значит, 91 год. И плыть надо было в реке, речка такая, там, ну, я даже не знаю, с чем ее сравнить, ну, там, 20-30 метров в ширину, то есть, типа нашей какой-то Истры, наверное, да, такой, ну, что-то такое вот, ну, прям, ну, совсем небольшой, и с хорошим таким течением. И надо было проплыть 1,5 километра вверх, потом, значит, 1,5 километра вниз, и еще вот 800 метров, да, значит, туда вот, значит, ниже там был выход, да, вот, ну, меня как бы это не сильно смущало, плавал я вроде как неплохо, да, и поплыли, вот. И, в общем, там, плывя где-то там 2-м, 3-м, в общем, без проблем, там, ну, когда плывешь против течения, надо сжаться к берегу, да, то есть вам это правило тоже может пригодиться. То есть, если, не дай бог, течение, то оно у берега всегда меньше, да, а на середине реки оно всегда больше.
Поэтому, значит, практически цепляя вот эту траву руками, вот прям по кустам, по кустам, по кустам плыли. И там даже был такой интересный эпизод. Мы такие подплываем, а река такой, такой типа заливчик такого, да, и мы так, а буек вот тут стоит, да, и мы так, ну, конечно, надо плыть к буйку, да, и вот мы, значит, первый, второй, мы плывем к буйку, и мы видим, что какие-то, значит, там, извиняюсь, придурки, да, вот они зачем-то плывут вот так вот, да, значит, вот. Ну, значит, пока мы плыли вот так вот против течения, да, вот эти ребята, так сказать, да, они совершенно спокойно уже даже доплыли и развернулись, и мы, значит, вместо того, чтобы быть первым-вторым, уже стали там 10-12 где-то, да. То есть, как бы, надо знать, как бы, фарватер, течение, то есть, изучать немножечко, да, все, вот, потому что не всегда прямой путь самый короткий. Это тоже такой вот опыт был первый. Вот. Обратно, естественно, плыть по течению легче. Вот. То есть надо, конечно, когда есть течение, надо стараться против течения отработать наиболее качественно. Вот. Почему? Ну, очень просто, это закон физики, да, то есть сложение скоростей. Да? То есть если я там плыву там, 1,2 метра в секунду, да, а мой соперник плывет там 0,8 метров в секунду, а течение 0,6 метров в секунду, да, то я уже плыву не в полтора раза быстрее, а в три. Да? Ну, понятно, то есть вышли просто, да, и разница сразу увеличилась. Ну, то есть это приводит к тому, что человек, который плывет не очень хорошо, он против этого течения вообще едва выгребает, и мы, в общем-то, когда проплывали мимо старта, там были люди, которые только от старта отплыли, да, хотя мы уже проплыли 3 километра. Ну, можно только посочувствовать этим людям. Они, так они плыли в два раза медленнее нас, но поскольку течение было тоже в два раза медленнее нас, вот, да, то для них это было ноль, да, то есть они никак не могли от старта отплыть. Это, кстати, актуально на морских стартах, где, ну, например, в Барселоне, если кто-то собирается, или там в Ницце, когда течение к берегу, то некоторые люди, ревьюар, наверное, люди не могут зайти, то есть кто-то уже приплывает, а кто-то там. Ну да, но там, там еще добавляется искусство владения волной, да, то есть надо нырять в волну, а когда подплываешь к берегу, ждать, когда эта волна тебя подтащит, потому что когда идет отливной вот этот откат волны, против нее плыть вообще бесполезно, просто стоять и ждать. Там, причем там секунд 5 можно стоять ждать, а потом со следующей волной это в 5 раз еще, значит, наверстать. Ну, это просто... В смысле, вообще не двигаться? Ну, вот вы представьте, волна хорошая, волна, морская, океанская волна накатила, и после этого она вот так откатывает. Это я понимаю, но стоять все равно надо какое-то движение. Надо встать и ждать, когда это течение вот так вот схлынет. Да, да, ты вот плывешь и чувствуешь, что только волна, так сказать, перестала идти туда и начала откатывать обратно. Надо останавливаться, стоять и ждать. Да, да, стоять и ждать, чтобы тебя не утащило. Как только она перестала двигаться назад и идет следующая, надо под нее подгадывать и, собственно, опять начинать движение туда. А против нее выгрести вообще нереально. Она настолько быстро откатывает. Ну, в общем, вы приплыли, да? Да, мы приплыли. Приплыл, как бы, ну, нормально, где-то 5-6 позиция, но дело в том, что дождь, да, значит, сильный дождь, такой нормальный английский сильный дождь. Вот, и когда я нашел свой велосипед, там, да, подбежал, а, значит, ну вот вы как бы не застали, да, а, слава богу, вот. А касочки тогда были такие, знаете, вот как вот они, она была с претензией на каску обтекаемую сделана, она такой-то кусок такой пластмассы сплошной, там никаких в ней дырок не было, да, то есть это такой была именно каска, а не шлем с вентиляцией, да, вот, ну другого ничего не было, вот. И в эту каску я накануне наивно приложил то, что я собирался есть по дороге, то есть это пряники, печенье. И я это сберег, да, то есть мясо по-литовски ели, а это как бы берегли подгонку, ну, потому что другого нигде мы взять ничего не могли, купить мы там все эти гели, и тогда еще не было, а что-то, так сказать, какие-то вот там были там сникерсы, марсы, но это было вообще не по карману, да, поэтому это было печенье советское, вот, но поскольку был дождь, то это был суп такой, да, вот, который съесть не представлялось возможным, все размокло, да, значит, на беду, вот, пришлось это все, значит, выплеснуть просто, да, и одеть эту каску, вот, и ехать, ну, а куда деваться-то, да, поэтому, значит, совет такой, что, значит, продумывайте питание заранее, не надейтесь на организаторов, да, и делайте, чтобы оно не размокало и всегда было с вами, да, вот, а сейчас выбор большой, энергетические батончики, всякие специальные гели там, да, то есть не пренебрегайте этим. Вот, соответственно, вот мы там едем вдвоем, значит, с нами товарищем по команде, где-то на 5-6 позиции, дождь, вот, и дождь сильный, и мы доезжаем до перекрестков, а там все перекрестки, это вот как шайбы, да, мы сейчас говорим, сейчас у нас тоже таких много перекрестков, тогда для нас это была диковинка, круговых движений было мало, а там все перекрестки, вот, это шайбы, вот, и мы подъезжаем к шайбе, никого нет, значит, если никого нет, то куда надо ехать, ну, видимо, прямо, да. Вот. И мы, и не только мы, значит, все едем прямо, да? Там минут через 5 нас догоняет мотоциклист, и говорит, wrong way, turn around. Вот, ну что, да, значит, разворачиваемся. Значит, мы уже не 5-6, а там 12-15 где-то едем, да? И так еще один раз повторилось, да? Вот. Значит, потому что вот эти волонтеры, которые
должны были стоять и направлять, но дождь, видимо, был слишком сильный, они попрятались. Или не успели дойти. Значит, ну, в общем, урок такой, что изучайте трассу, да, то есть не пренебрегайте, до мельчайших подробностей изучайте трассу, надейтесь на себя. Вот. В итоге, да, значит, мы потеряли в общей сложности, там, ну, я думаю, порядка лишних 20 километров проехали за первый час, да. Вот. И, в принципе-то, это может... Не, ну, это на место, это, конечно, сразу повлияло, то есть мы уже оказались там в четвертом десятке после второго раза. Вот. Но страшнее гораздо было то, что мы никак не могли доехать до первого питательного пункта, да, потому что он вообще должен был стоять на 30-м километре, а для нас он получился на 50-м, да. Вот. А организм человека устроен так, что, в принципе, его надо каждый час желательно кормить. Вот. А если ты не поел за 2 часа при такой, в общем, достаточно интенсивной работе, вот, то это уже, скорее всего, так сказать, восполнить депо не получится. То есть там как раз оптимально так, что ты вот чуть-чуть потратил, поел, потратил, поел, потратил, восполнил. Да? Вот. А если ты это уже так вот до дна опустошил, то наполнить это как-то значительно практически нереально. Поэтому я и говорю, что нужно иметь еду с собой. Вот, ни на организаторов не надеяться, да, и вот этот режим питания, который вы для себя выработаете, соблюдаете. Вот, а здесь это было грубо нарушено, то есть практически мы 50 минут плыли, потом пока переоделись, потом вот, значит, мы почти эти 50 километров, это там, ну, там почти 2 часа, там полтора, больше чуть-чуть, значит, ехали до этого пункта, да, то есть получается там почти 3 часа не ели, да, вот, это, конечно, катастрофа, вот. Вот. Ну и плюс, учитывая, так сказать, эмоциональное состояние, да, то есть, значит, нам вот это как бы, это когда тебя мотоциклист догоняет и разворачивает, да, вот, это, так сказать, позитивных эмоций, естественно, тоже не добавляет, выделяется сразу, естественно, такой адреналин, такая, там, да, трам-тарарам, вот, значит, это тоже недопустимо в Айронмене. В Айронмене ты должен быть всю дистанцию, да, значит, как зеркало горного озера, как говорят каратисты, да, то есть рассеянное сознание, экономия сил, энергии и так далее. Вот, то есть концентрация такая вот идет, и никаких эмоций лишних нельзя позволить. То есть выброс адреналина – это одновременно сразу выброс сахара, да, колоссальный, да, значит, всплеск всего. Вот, а раз выбросило, значит, потом не хватит. Вот, значит, что, собственно, и произошло. То есть, когда мы подъехали, есть, в общем-то, было уже поздно, да, то есть, значит, мы были уже, значит, вот, издерганы этим адреналином, значит, сахар был уже никакой там, да, и все, в общем, было совсем грустно. Ну, естественно, и питание, кстати, было так не очень, мы на большее надеялись, да. Вот, ну, какой-то банан, ну, какой-то там жиденький разведенный, там, Gatorade напиточек там, да, ну, там, какое-то печенье непонятное. Ну, в общем, Ironman так не делаю. Мы там привыкли, какая-нибудь курица вареная, да, там еще что-то. Вот. Ну, короче, что есть, то есть. Ехали, как могли, питались. Ясно, что мы уже никаких мест мы не занимаем, ни на какие Гавайи мы там, естественно, не отбираемся. Едем свои, на своих там этих 40-х, 50-х местах. И там, значит, еще одна беда произошла, да, дождь кончился. Мы, не надо забывать, что мы ехали на советских велосипедах, да, и там переключатели работали очень, как бы, слабо. Вот. И их надо было очень тщательно смазывать. И, значит, по суху мы, конечно, доехали нормально. Но дождь-то смазку всю вымыл, но, в свою очередь, вода вот эта выступила тоже смазкой такой определенной, да, и все, в общем-то, пока шел дождь, все работало. Но как только он закончился, соответственно, и все высохло, значит, это вот в том положении, в котором высохло, в таком я навсегда и осталось. Одно, ну, это вот это самое, значит, Харьковский велозавод, да, ничего не поделаешь. Вот, Харьковский, это самое, Крылатская, вот Крылатская, это Англия, да, то есть вот там вот так, там ровного места нет вообще, да, то есть ты вот раз, раз, и вот так вот мы Ironman ехали, да, вот вверх-вниз, вот, вверх-вниз, вот, а когда переключатель-то не работает, да, то, значит, соответственно, сами понимаете, да, то есть вылезать в эти горы, вот, значит, на большой звезде было как бы, ну, нам было как-то уже почти все равно к тому. Вот, ну, мы доехали, то есть получилось вместо 180 мы проехали почти 200, вот, но твердое намерение добежать было. Вот. Дальше как бы самое интересное, пригодится, кто хочет, значит, попробовать. Вот. Ян вот знает. Значит, бежали там по парку, там, значит, туда, там, значит, было по щиколотку грязи после дождя, естественно, но это как бы вообще не важно, это не имеет значения. Бежишь себе и бежишь, вот. Причем не имеет значения скорость, то есть тяжело просто на ногу наступать, да, то есть усталости вот такой от интенсивности нет, да, то есть когда ты бежишь интенсивно, короткую дистанцию, там ты дышишь, ты терпишь, а здесь ощущения совершенно другие, да, ты бежишь, и вот тебе вроде бы легко, просто очень сесть хочется, да, вот. Вот, но если как бы вот вработался, ну, бежишь себе и бежишь, да, и вот,
Значит, я допустил еще одну ошибку, которую вот с вами делюсь, чтобы вы ее не повторяли, да? Значит, там пробежал кружок 10 километров, да, первый, там, значит, пункт питания, да, там яблочки, апельсинчики, там и так далее. Ну, там съел кусочек яблочка, апельсинчика, ну, вроде как нормально, ну, что-то там глотнул, попил, дальше побежал. Не жарко, слава богу, да, значит, бегу, пробегаю еще 10 километров кружок, вообще нормально. Вот бегу, там по 5 минут километр, там пульс, наверное, 125, там что-нибудь, то есть, ну, вообще нормально, вот. И я там, значит, подбегаю, значит, замыкаю этот круг, люди проезжают еще с велосипеда некоторые, то есть я кому-то 20 километров уже, так сказать, везу два круга, да, и все нормально, есть особо не хочется, пить регулярно дают, бегу потихонечку, в общем, нормально. И тут, значит, я подумал, да, значит, бежать еще 20 километров, да, вот, запас у меня огромный, вот люди только с велосипеда приезжают некоторые, а сколько их там на дистанции еще. Моя задача закончить, за место я никакой не борюсь, да, значит, а чтобы закончить, надо же питаться правильно, регулярно, дай-ка я поем что-нибудь, что я тут, яблоки там, апельсины, надо что-то так пофундаментальнее, вот, и я, значит, так останавливаюсь у стола, у меня же запас времени, вот, а там, значит, печенюшка, соленая печенюшка, орешки, изюм, курага, ну так, ну, нормально, и я, значит, там, горсть орех, ну да, 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 это все нормально, да, то есть они тут нормально все. И вот я там, значит, вот этого всего там, да, там горсть орешков, там две кураги, там горсть изюма, там, ну, надо на чем-то добегать, 20 кетров еще, думаю, пока сейчас, вот сейчас пробьет, надо заранее, так сказать, предвосхищать чувство голода. Вот я туда это все, значит, закинул, вот, и организм же так устроен, он там, у него все это, вот нельзя было останавливаться ни в коем случае, да, потому что как только я остановился, вот, значит, обратно начать бежать уже очень сложно в таком состоянии, когда ты уже там 6, сколько это, что я, ну, часов 9 был на дистанции к тому времени, наверное, уже, да, если не больше, вот. Значит, соответственно, кровь, она тоже перераспределяется, как только в желудок попало вот это богатство, все, да, вот, желудок, так, есть работа, кровь давай сюда. А, значит, кровь-то она тоже, значит, откуда-то берется, да, соответственно, крыша поехала сразу, мгновенно, вот, и я попытался с этим бежать, как бы я добегаю, а там такая маленькая горочка такая, ну, буквально 50 метров такой, ну, как вот просто чуть-чуть так это, я подбегаю, и у меня абсолютно искренняя мысль, а зачем мне в эту горочку бежать, если я бегу так медленно, что я быстрее в нее зайду, я же сил меньше потрачу, мне же еще 20 метров бежать, я пешком зашел в эту горочку, такая транзитка вся на ладони, то есть там вот такое вот восприятие очень интересное, да, и думаю, а куда я вообще тороплюсь? Понимаете, абсолютно искренне, да, значит, ведь я же хочу закончить дистанцию, а для этого я сейчас должен хорошо восстановиться, вот переварить вот это вот все, понимаете, то есть и это настолько вот смещено восприятие, вот нельзя ни в коем случае подаваться, но это же был первый опыт, да, я думаю, так, сейчас, значит, мы должны так сделать, значит, провести восстановительные процедуры, значит, сейчас я вот сюда сажусь, провожу самому, значит, массаж ног, вот, сел, лег на спину, поднял ноги, потряс, сделал, значит, упражнение ногами, там все, значит, помассировал. Лег, лежу, так глаза облака плывут. И я понимаю, что я встать не уже вот. Это просто как бы мысль о том, что сейчас надо встать и бежать, она, ну, она это просто невозможно, как бы, да? Все. Понимаете, это вот. Поэтому, если уж ты бежишь, беги, да. Там, значит, если почитать мемуары великих бегунов, там, значит, есть противоположный опыт, я вам сразу самое. Так, на память расскажу, значит, такой есть, был в середине 20 века великий бегун Мимун, ему не повезло дико, он, значит, попал под еще более великого Эмиля Затопика, Затопик пятикратный олимпийский чемпион, а тот пятикратный серебряный призер за ним, да, поэтому Затопика все знают, а Мимуна как бы не очень, вот, и вот они, значит, это происходило в Хельсинки в 48-м году и в Лондоне в 48-м и в Хельсинки в 52-м, вот. А в 56-м в Мельбурне, да, там уже, как вы знаете, 5.10 выиграл Куц, вот, а, значит, эти ребята заявились на марафон, вот, и, значит, Мимун бежит, да, а Затопик отстал, да, то есть он уже старый был уже, и вот Мимун бежит, и не верит, да, что вот он бежит первый раз в жизни, а рядом Затопика нет, да, такой быть не может, то есть это его шанс, и вот он, и вот его ощущения такие, он говорит, я бегу, и первые, так сказать, вот там 20 километров, я, говорит, настолько себя хорошо чувствую, что мне приходится смотреть вниз, чтобы убедиться, что ноги на месте, я вообще не чувствую, как вот я бегу, да, то есть смотрю, вроде бегу, да, на месте, да, вот,
А потом после разворота, тогда еще не очень хорошо вот, разбирались все-таки в марафонской тренировке, в питании, да, там жарко еще в Австралии, да, там ну, действительно очень жарко, вот. И, так сказать, там питьевой режим туда-сюда, в общем, у него начался, он убежал в отрыв, убежал, лидировал, но начались перегревы, начались галлюцинации, и он бежит, и он понимает, с одной стороны, что это его единственный, последний шанс на золотую медаль, потому что Затопик, вот он, там, 45-й бежит, там, после разворота он его видел, и он бежит, и все, но с другой стороны, никаких сил гонку продолжать нет, уже вот все, прям все это, и вот он из себя силой воли, там, значит, и раз, и два, и уговаривает бежать, и через «не могу», остаются какие-то считанные, там, километры, все, и вот он, значит, там, очередной поворот делает, и понимает, что бежать дальше он не может. Вот, он, значит, переходит на шаг, да, потом вообще останавливается, закрывает то самое, руками лицо, начинает плакать и, значит, падает вот в траву там где-то рядом на газоне и, так сказать, от бессилия полного просто рыдает, как бы совершенно, так сказать, невозможно, да, вот, имея такое преимущество упустить последний шанс жизни, вот. И, значит, он, когда, значит, наплакавшись, отнимает руки от лица, вдруг выясняется, что он все еще бежит. И вот этот сход, это его была галлюцинация, понимаете? Он что, все еще бежит, и ему до стадиона там 500 метров осталось. Вот, поэтому... Выиграл. Абсолютно, есть кадры тоже, сейчас на YouTube все можно посмотреть. Но когда читаешь вот эти истории, это совершенно по-другому. Ну, бежит человек и бежит, там, подумаешь, ну, марафон пробежал. Сейчас он там, через одного уже там, наших знакомых марафон бегали. А тут, когда вот такие вещи как бы читаешь... Это совершенно другим все открывается, так сказать, смыслом, да? Вот, поэтому не верьте тому, что вам будет ваше сознание там подбрасывать, значит, какие-то идеи замечательные по ходу гонки, там, да? Вот, там, типа прилечь или поесть, вот, там, да, поплакать, там, и так далее. То есть у вас должна быть какая-то, значит, своя... цель, идея, которую, значит, вы преследуете, да, и заранее выбранная линия поведения, что вы должны делать. Значит, любые попытки искренние вашего сознания вам помочь, да, значит, должны подвергаться большим сомнениям, как минимум, да. Вот. Значит, ну так устроены мы все, да, то есть организм делает все, значит, чтобы вас, значит, оставить в живых, да, вот. А вы делаете. Вот, да, а вы, значит... А вы бежите к своему счастью, а он, значит, на всякий случай перестраховывается. Причем это кажется таким логичным, понимаете, таким бесспорным и очевидным, вот, но, значит, этому нельзя поддаваться, к сожалению. Кто? Я нет, я вот там так и остался лежать. Я до сих пор там так и лежу, понимаете. Остальные шесть? Я дальше всех из наших пробежал. Нет, ну мясо по-литовски это самое. Я писал, это развлечение для англичан было полицейские спортсмены. Да. А как они к этому отнеслись? Кто? Англичане? Ну а как они? Они же понимают все, как бы, ну что, вот, нормально? Вот. Нет, нормально, но там, как бы, вот эти ребята, этот парень, который, значит, водитель этого крана, да, значит, в аэропорту, он добежал, да, он бежал 15 часов, да, то есть он на момент, когда я лежал, он еще ему 20 км ехать на велосипеде оставалось, и потом еще бежать. Вот, но он добежал и ходил там потом с этой медалью, там эти дочки на нем висели радостные, вот. То есть, ну, мы-то спортсмены, мы же бились, понимаете, мы бились за высокие места. Вот, но были совершенно, конечно, не готовы, да, ни морально, ни физически, опыта не было, и я всегда считал, что даже Олимпийка для меня длинновата, мы же все в конечном итоге люди разные, да, и, значит, у каждого есть какой-то свой, там, сказать, оптимальный, скажем так, длина дистанции, на которой он наиболее может свои физические качества проявить, да, вот даже Олимпийка для меня, на мой взгляд, была немножко длинной, я чуть-чуть больше спринтер все-таки, вот, вот, а... Айронмен это было вообще из области, так сказать, какой-то, так сказать, вообще нереальной фантастики, да, и то, что пришлось ехать, это был такой, значит, порыв, как бы спонтанный, значит, волею, как бы, каких-то обстоятельств, да, ну, значит, мы, естественно, пытались до конца сделать, но у нас не было, конечно, никаких реальных, так сказать, шансов это сделать, так сказать, да, оптимально. Ну, может быть, если как-то чуть по-другому бы сложилось, может быть, и получилось бы, но вот в тех обстоятельствах это было невозможно. Вот, это был 91 год, через месяц был путь, и уже как бы стало тренироваться невозможно.
И я, ну, в общем, честно говоря, и подустал, мягко говоря, от всего этого, да. И поскольку энтузиазма не добавилось, а физических сил тренироваться уже не было, да, и я начал работать тренером. То есть вот я с сентября 91 года работаю тренером и фактически, значит, ни на один день не прерывался и де-факто являюсь старейшим тренером по триатлону в России, да, потому что ни у кого такого стажа нет, да, вот. Тогда, ну, у нас чуть-чуть времени есть, по тренерской части, если у вас есть вопросы. Можно рассказать про тренировочный процесс? Да, конечно. Интересно. Да, конечно. Значит, коротко такую преамбулу, да, значит, понятно, что результат, ну, в любом там виде спорта, да, понятно, он зависит, так условно говоря, от трех основных факторов, да, это, ну, скажем так, талант спортсмена. Ну, в самом широком смысле этого, его физические данные, его мотивация, там, то есть вот спортсмен, да, его какие-то способности и желания, да, добиться. Вот. Условия, которые у вас есть для тренировок, да, ну, там, ну, в виде наличия там, дороги, велосипеда, бассейна, свободного времени и сил, чтобы заниматься. Да, вот. И методики подготовки. Да, то есть это вот три таких кита, на котором, так сказать, все, значит, основывается. Значит, одно без другого, значит, очень плохо обходится, да, то есть, значит, ты можно иметь великолепные условия и методику, но, значит, без талантливого спортсмена уровень результатов все равно будет средний. Значит, самый талантливый человек в великолепных условиях с легкостью себя, значит, угробит, скажем так, да, неправильными тренировками, если не будет иметь грамотной методики подготовки, да. Вот, поэтому это все как бы обязательно, вот. Но, значит, мне всегда казалось, что из этого всего самое интересное и такое главное, и то, о чем, ну, так сказать, можно и нужно в первую очередь думать, это, конечно, методика. Потому что понятно, что спортсменов талантливых надо искать, это, так сказать, никакой тут сомнений нету. Создавать им условия, безусловно, тоже надо, и на это уходит много времени и сил, но это как бы тоже все понятно, вот. А вот методика, да, как готовить, да, это вот то, над чем, это такой уже творческий процесс, и здесь есть над чем поломать голову, и есть, так сказать, чему поучиться, да, и подумать, и вот тут как раз основной, значит, резерв как бы и заложен, да, поэтому я вот считаю, что все-таки основное, что я делал всю жизнь, работая тренером, это вот искал как раз какие-то методические, так сказать, вещи, да, которые помогут тренироваться с и большей эффективностью, скажем, добиваться более высоких результатов. Да? Ну, собственно, и сейчас продолжаю это дело. Естественно, любое ваше планирование тренировочного процесса, да, оно начинается с того, что ставится цель. Да? Ну, вы как бы все люди, ну, так сказать, ну, успешные, скажем так, наверное, и в бизнесе, и в каких-то, и в жизни, да, и понятно, что, так сказать, все начинается с постановки целей. Вот, то есть, что вы хотите? То есть, простой вопрос. А что вы хотите? Вот, цель может быть любая. Цель может быть абсолютно любая. То есть, кто-то хочет там выиграть, скажем, что-то в своей возрастной группе, кто-то хочет просто закончить дистанцию, кто-то хочет получить удовольствие, кому-то нравится больше всего просто потусоваться в компании интересных людей, кто-то хочет быть просто здоровым человеком. Значит, все эти цели нормальные. Они нормальные, классные, они великолепно сочетаются друг с другом. И вы в первую очередь должны задать себе вопрос, собственно, чего я хочу. Вот. И желательно, как бы, так сказать, не обманывая себя, себе честно этот вопрос ответить. Это очень важно. Вот. Дальше, как бы, вы задаете себе следующий вопрос. А что у меня есть сейчас? Да? То есть, чтобы вот нарисовать эту линию от того, что есть сейчас, туда, чему вы хотите. Дальше. Третий вопрос, который вы можете себе задать. А какие у меня есть условия, да, для того, чтобы вот это делать? Да? Под условиями понимается все. Там, ну, наличие там, велосипеда, да, дороги, место, где можно побегать, бассейна, где можно поплавать, удаленность. Да? И самое главное, наверное, свободного времени. Да? Потому что вы же все как бы работаете, вы там учитесь, и, в общем, много всяких интересов. Есть семьи, дети, родные люди, как бы, и много куча всех интересов, но, значит, все равно, значит, вы выкраиваете время на тренировки, значит, вот какое время вы готовы тратить, да, и вот после того, как у вас есть ответы на эти вопросы, вы можете начинать думать дальше, да, уже, значит, собственно, а какая должна быть программа этих тренировок. Принято считать, что спортивная тренировка, да, это такой физиологический процесс, то есть мы там воспитываем силу, воспитываем выносливость, да, там, готовим мышцы, сердце там, и так далее, да, это, безусловно, все очень важно. И вся спортивная наука, да, вот в последние там десятилетия, она как бы на этом деле, она абсолютно, значит, вся, как бы, именно на этом зациклена, да, то есть какую бы вы там статью на эту тему не открыли, везде будет там ЧСС,
да, значит, соответственно, лактат, максимальное потребление кислорода, МПК и прочие, так сказать, вещи подобные, да, физиологического свойства, да. И основные публикации все научные в серьезных журналах, они тоже вокруг этих тем и крутятся. Вот. Но почему-то при этом, значит, упускается из виду, что, в принципе, для того, чтобы двигаться, да, значит, есть понятие техники движения, да, биомеханики, в конце концов, эффективного движения, да. И особенно это чувствуют те люди, которые впервые, скажем, начали плавать. Да? Значит, ну, бегать мы так или иначе вроде как умеем все, хотя на самом деле это далеко не так. Вот. А вот тут, когда дело доходит до плавания, да, тут мы, так сказать, приходим в бассейн, и если мы, так сказать, с детства плаванием не занимались, то мы видим на людей, которые плывут, да, значит, профессиональные, и видим, собственно, бессилие. Да? И вроде я там тренированный человек, я там каждый день трусцой бегаю, я здоровый, все, и сильный, и крепкий, и в качалку хожу, но плыть почему-то я могу там задом наперед только, да, и там результат 2 минуты на 100 метров кажется чем-то невероятным, вот, а люди плавают там сотни там в районе 1 минуты на количество раз с маленьким отдыхом и улыбаются. Это в первую очередь техника, естественно, да, вот, то же самое относится и к велосипеду. Просто, наверное, в велосипеде и в беге менее значимо. Значимо везде, просто велосипед и бег, они немножко более естественны, скажем так, да, и как бы проще, может быть, освоить, и меньше эта разница заметна. А в воде человек вообще теряется, там эта разница вообще огромна. Вот, поэтому техника такая же, часть тренировочного процесса, работа над этой техникой, да, как и работа над физическими свойствами, да, и, соответственно, это все как бы вместе имеет большое значение, вот. А дальше, если мы начинаем размышлять на эту тему, оказывается, что вот эта вся деятельность, тренировка вот этих физических качеств и техники работы, она невозможна, если человек не умеет распоряжаться, например, своим вниманием. Да? Чтобы работать над техникой, надо уметь концентрировать свое внимание. Вот. А, значит, соответственно, это важно. Да? Опять же, память, двигательная память, координация движения, ловкость, вот такие все вещи, да? Это все имеет большое значение. Дальше. Все эти усилия, значит, они абсолютно, так сказать, бессильны, если у человека нет мотивации, там, определенной целеустремленности, да, то есть, предположим, вы приняли для себя решение, так сказать, что-то делать, начать, да, но какие-то другие дела перевесили, да, и, значит, у вас не хватило там времени, желания делать это регулярно, и все ваши усилия там пошли коту под хвост. И оказывается, что дело не только в физических функциональных тренировках, да, но и в том, как вы к этому относитесь, насколько вы, ваша целеустремленность способна преодолеть вот эти сбивающие факторы житейские. Да. Оказывается, что это тоже все связано. И, в принципе, любой как бы, человек, как бы, да, здравомыслящий, он это как бы понимает. Вот. Но на самом деле вот на сегодняшний день вот единый системный такой вот, скажем так, литературы, которая это все объединяет в одну, значит, оно ее, ну, практически не существует. То есть отдельно нам преподают психологию, отдельную, значит, биомеханику, отдельно спортивную физиологию, отдельно спортивную медицину, отдельно вы можете прийти к специалисту по диетологии, например, да, вот. И все это существует по отдельности. По этим принципам развивается, как бы, вот, наука спортивная, да. К какому вы специалисту не обратились, какие бы хорошие советы он вам не дал, грамотные, профессиональные, эти советы окажутся абсолютно бессильными, если вы не представите, в общем, как выглядит вся структура подготовки. Вот. Значит, когда это все стало понятно, да, и, слава богу, мне очень повезло, пришлось работать с очень хорошими, так сказать, людьми, грамотными. Вот. И вот, как бы мысли, которые они подсказывали, да, вот это все как бы сделалось очевидным. И для того, чтобы просто самому работать эффективно, и чтобы вот от этого как бы обилия как бы связей как бы самому просто не свихнуться, да, то есть я вот написал все понятия, которые, на мой взгляд, могут быть значимы в подготовке спортсмена или там любителя, и так далее, в спортивной подготовке. Я выписал вот эти маленькие листочки, вот такие офисные, да, раскидал по огромному столу и начал пытаться их как-то упорядочить, да, ну, чтобы просто, значит, потом спать спокойно, да, вот. И получилась вот такая вот таблица, да, вот, она абсолютно не претендует на какую-то законченность, да, но, значит, когда мы говорим о спортивной подготовке, значит, было бы правильно не задавать какие-то там частные вопросы, да, на самом деле вы легко найдете почти ответы на почти все вопросы, да, и в литературе, и в интернете, то есть как там накачать силу, как развить выносливость, там, как питаться, что делать, то есть это все как бы это есть, естественно, все это мы сейчас что успеем, тоже поговорим.
Вот. Но гораздо важнее, что в голове человека, который начал в этом направлении двигаться, это сложилось в общую структуру. И только тогда значит, будет какой-то общий, такая общая картина, общий эффект, общее движение. Да, это то же самое, как у врачей, надо вылечить человека. Конечно, можно снять отдельно кардиограмму, отдельно сходить значит, там, к отоларингологу, еще к кому-то. Да? Но значит, вот так прошел диспансеризацию, тебе все отдельности посмотрели, вот, но они не знают ни твоего образа жизни, не знают там, каких-то других вещей, не знают, чем болели твои родители, да, и так далее. То есть картина все равно не полная. Вот. А вам важно иметь полную картину, потому что вы работаете самими собой. Вам нужно самого себя довести до какого-то итога, которого вы хотите. И вам придется учесть все. Вот. И поэтому, значит, вот таблица, по ней как бы достаточно удобно, так сказать, мыслить, да, и ее легко достраивать в случае необходимости. Да? Вот у нас тут есть физические качества. Да? Понятно, что есть выносливость, есть сила, есть врожденная быстрота, генетически обусловленная, скорость мышечного сокращения. Вот. Ваша выносливость, она зависит от, чуть-чуть так, теории, да, то есть, ну, тут все на понятном языке написано, да, для любителей, которые вы уже, люди подготовленные, читали литературу, вот выносливость, от чего она зависит, вот, а вот как посмотреть, да, и вот есть общее, скажем, центральное, да, есть сердце, оно у нас общее для, так сказать, всего организма, есть кровь, у которого есть гемоглобин уровень там, да, и у нее есть вязкость, есть запасы гликогена в печени, наша горючая, да, углеводы, на которых мы бежим, есть нервная система, дыхательная, гормональная, иммунная, пищеварительная, выделительная, то есть это все работает, это все одно на весь организм, вот. А есть специальная локальная выносливость, да, то есть у нас есть мышцы, которые плывут, есть мышцы, которые бегут, едут, которые на велосипеде. Это немножко разные мышцы, и от их, и мы легко можем себе представить, скажем, великолепного пловца, который все детство плавал в бассейне, у него великолепная локальная плавательная выносливость и великолепная общая выносливость. Он все, вырос в бассейне, у него сердце готово и все, и так далее, и мышцы плавательные готовы. Но у него совершенно не готов опорно-двигательный аппарат, бег сжать он не может. И как только мы сталкиваемся с многоборным видом, вот эту философию в первую очередь надо понять, что организм, он один, у него есть вещи, которые работают на все, а есть вещи специальные, которые работают именно на данный, как бы, вид движения. То есть плавательные мышцы вам не пригодятся в беге, да? Они скорее, может, даже немножко помешают. То есть для того, чтобы бежать, вам понадобится специально укреплять опорно-двигательный аппарат. Да? Это BMW, это понятно, это быстрое медленное волокно, значит, немецкая фирма не имеет отношения. Быстрое выкрашенное волокно, медленное, да, значит, мы с виду вроде бы целый человек, да, вот, а на самом деле, если копнуть, то на самом деле каждая наша мышца, это две мышцы почти разных, совершенно с разными свойствами, да, то есть волокна быстрые, или их еще называют белые, и есть медленные, или их называют еще красными. Да? Такое немножко условное деление, но в принципе оно верное. Значит, чем их отличие? Значит, у медленных волокон выносливых, да, у них количество больше митохондрий, да, это вот такие энергетические станции в клетках. Если кто еще помнит курс биологии за 10 класс, там, значит, все подробно рассказывалось. Да? Вот в них происходит процесс окислительного фосфолирования, то есть там вот кислород воздуха, собственно, превращается в энергию. Да? Значит, это называется мышечная композиция. Да? То есть есть быстрые волокна, есть медленные. Вот. Соответственно, быстрые волокна такого количества митохондрий не имеют. Любая попытка их там количество увеличить, она очень плохо получается. Вот. Но зато эти мышцы обладают великолепной сократительной способностью. Они сокращаются очень быстро и очень охотно реагируют на любую силовую подготовку. То есть, чтобы развить, скажем, силу быстрых мышечных волокон, как бы это достаточно такое простое занятие. Ну, то есть, вот эти все упражнения, которые вы с легкостью можете найти, значит, в любом пособии, они в первую очередь адресованы быстрым мышечным волокнам. И, да, значит, они на эту тренировку быстро откликнутся. Но они очень невыносливы. И поэтому, раз уж мы говорим о тренировке на выносливость, о беге, о длинном, о триатлоне, то, соответственно, значит, эти мышцы нам тут, так сказать, эти волокна нам такие плохие помощники. Вот. А медленные, они наоборот. Они совершенно неубиваемые, они абсолютно выносливые. Вы начинаете тренировать выносливость, они очень быстро под воздействием тренировки буквально там в течение там нескольких месяцев, может быть, там года или с небольшим, набирают, значит, по воздействию этой тренировки, так сказать, абсолютный уровень выносливости вот этих митохондрий, и что бы вы с ними ни делали, они вообще не устают. Ну так, условно мы это, конечно, мыслим, условно. Естественно, все чуть-чуть сложнее, но чтобы нам понимать, как процесс тренировки идет, значит, это вот можно такую за схему принять. Да? То есть это, так сказать, они, то есть что бы вы ни делали,
они не устают. То есть, если вы там 10 раз отжались и устали, это устали быстрые, медленные. Они помогли, но они не устали. Вот. А значит, и не развились. Вот. И поэтому, когда вот здесь мы пишем, что сила, и, например, у нас медленные волокна, то методы развития быстрых волокон и медленных, они будут разные совершенно. Вот. Равно как и методы развития выносливости. У быстрых и у медленных тоже будут разные. Вот. Это как бы теория профессора Силуянова, можете почитать, очень интересно, умнейший человек. Вот. Как и любая теория, ее надо адаптировать к практике, да, потому что там он немножко, ну, не то чтобы витает в облаках, но в общем это надо переложить на практику. Да. То есть у меня это заняло всего 12 лет, и сейчас это работает великолепно. Вот. То есть я как бы с первого дня работы тренером этой идеи знал, вот. И вот, значит, это было в 91 году, да, а уже в 2003 все стало получаться. Вот, всего-то, да? Вот. Значит, вот там пример сидит. Чемпион мира. Вот. Значит, да, вот эта композиция, это абсолютно генетическая. Да? То есть методы тренировки, это абсолютно ваша методика. Вот. А вот какая, значит, композиция у кого, да? Значит, это от папы с мамой. Изменить это очень сложно. Вот. Поэтому, когда, скажем, если выносливость мы еще тренировать можем, то вот, вот эту вот быстроту, вот скорость сокращения, то есть количество быстрых волокон в мышце и, значит, соответственно, скорость сокращения всей мышцы, то есть спринтерские свойства человека вот в чистом виде, это надо найти. То есть спринтера надо найти. Это знают прекрасно тренеры, так сказать, всех скоростно-силовых видов, то есть штангиста, спринтера-бегуна, да, это надо найти. Вот, то есть перелопатить там тысячи школьников и найти того, который взрывается мгновенно. Потому что в противном случае никакие методы тренировки не помогут. С выносливостью чуть попроще, она такое очень тренируемое качество, и силы очень тренируемое качество. Вот. Но надо просто правильные методы использовать. Значит, если мы сейчас очень подробно их начнем описывать, то это точно до утра. Я готов, не знаю, как вы, поэтому давайте дальше пойдем, да, наверное. Вот. В любом случае, вы должны для себя понять, что есть быстрые, есть медленные. Вот. И для себя вы очень быстро почувствуете, какие вы сами. Да? Вот. Кроме того, наверное, вы слышали о трех механизмах энергообеспечения, что там есть там такой, да, креатинфосфат, там гликолиз, аэробный, да, но не будем подробно останавливаться, но, в общем, это тоже как бы влияет на методы тренировки. Я сейчас хотел бы общую картину, чтобы у вас в голове уложилось, да, то есть вот физические свойства, вот эти физические качества, которые мы воспитываем, там это бездонная, так сказать, бочка всяких интересных методов и средств, горы литературы написаны, вот, значит, я был всегда поклонником идеи вот, Виктора Николаевича Силуянова, да, и вот эти все вещи мы подробно внедряли в работу, рисовали, значит, пытались микроцикл правильный нарисовать, то есть как чередовать в течение одной, скажем, недели, да, вот эти нагрузки, мы там чего мы только не перепробовали. Вот. Я даже сейчас как бы шучу, когда там какой-нибудь молодой тренер, вот я там придумал новый недельный цикл, вот сейчас у нас там все получится. Я говорю, слушай, принеси, покажи, я тебе скажу, в каком году мы так работали. Да? То есть мы уже перепробовали все. Вот. И вот, значит, в 2003 году, слава богу, нам, так сказать, пришла нормальная такая идея, и мы, в общем, удалось скомпоновать правильно значит, вот принцип именно комплектования нагрузок вот в недельном цикле поменять принципиально. Значит, если мы до этого тренировались, так, на слух воспринимайте, да, сегодня, то есть тренировки бывают развивающие, то есть сильные, да, тренировка поддерживающая, то есть там в одну-вторую, так, то есть я как бы не очень сильно, но и не очень слабо так поддержать. И восстановительная, то есть легкая труста, там закупка, да, восстановительная. И вот тогда сегодня, понедельник, сильное плавание, средний велосипед, свободный бег. Вторник, сдвигаемся, да, значит, сильный велосипед, там, средний там, бег, свободное плавание и так далее. И, значит, вот среда, соответственно, дальше и опять повторяем. То есть каждый день одна развивающая, одна поддерживающая, одна легкая тренировка. Значит, мы думали, что вот так вот чередуя, мы что-то развиваем. Но организм один, его не обманешь. И как ты вот этот подход не компонуй, как ты там не уменьшай, не увеличивай объемы, из-за того, что каждый день организм в одном направлении вынужден, значит, вроде пытаться чего-то развивать, он очень быстро истощается, и адаптация вот эта нарушается. Вот. И это все превращается в такое масло масляное, как говорят. Да? То есть ничего не развивается. То есть недели три это еще прокатывает, а через три недели они начинают вянуть, чахнуть на глазах, и, в общем, рост результатов прекращается. Хорошо, если они заболевают. Вот. Нагрузку увеличить не получается дальше.
Вот, значит, что мы придумали? Точнее, опять же, Силуянов, так сказать, в его книжке подсказал, а мы к триатлону адаптировали. То есть нагрузки надо не чередовать по принципу плавания, велосипед и бег, а их надо чередовать по направленности. То есть идея заключается в том, что, значит, с одной стороны, мы вроде тренируем выносливость, да, но мы ничего не сможем сделать, если мы не улучшим свои силовые показатели. Это не значит, что мы должны раскачаться, как Шварценеггер, да, речь идет о специальных силовых качествах, ровно в том размере, объеме и весе мускулатуры, который нужен для нашего вида спорта. Но это обязательная часть. Силовая подготовка – это обязательная часть подготовки любого спортсмена в любом виде спорта, в том числе в триатлоне, в том числе у любителей. Это обязательно. Вот. Но эту силу потом надо, ну, можно так сказать, набивать выносливостью, да, там капилляры, которые потащат туда, надо прорастить там, да, которые потащат туда питательные вещества и кислород, надо вырастить вот в этих, значит, в тех и других волокнах максимальное количество митохондрий, и тогда эта мышца начнет работать. И к этой мышце нужен еще, естественно, вот центральное звено, сердечно-сосудистая система с хорошим тренированным сердцем, не перегруженным, а нормально, так сказать, постепенно сформированным, и с хорошей, так сказать, кровеносной системой и так далее. И все это нужно делать без перегрузок, чтобы все остальные системы тоже не сдали сбой. Потому что если вы начнете перебирать, то у вас будет усталость, а усталость – это всегда свойство, в первую очередь, нервной системы. Потом вылетит обязательно иммунная система, да, или, в общем, у кого чего плохое, то и вылетит. У кого-то желудок отвалится, у кого-то колени там. Это уже признак перегрузки просто. Вот, поэтому это вот, значит, все должно так вот происходить. Вот, значит, сила и выносливость. Вот. Но эти, развитие этих качеств, оно требует, скажем так, принципиально разной реакции некоторых систем организма. То есть разные гормоны, разные питательные вещества, разные строительные вещества, да? То есть разный, так сказать, тонус нервной системы разных ее отделов. То есть, ну, разные. То есть не будем вдаваться, так сказать, в подробности спортивной физиологии, а просто, чтобы развить силу и выносливость, нам нужно и то, и другое. Но это совершенно разная реакция. Что это означает? Есть основной принцип, по которому, значит, происходит спортивная тренировка. Вот как бы внимание, да? То есть, что такое спортивная тренировка? Это мы пытаемся сделать организм как бы сильнее, развить какие-то качества. За счет чего? За счет адаптации. Это эволюционное свойство биологической системы, да? То есть какое-то воздействие, вот, и условия внешней среды изменились, к ним надо адаптироваться, да? Вот там... Муравей не может адаптироваться, стрекоза не может, а высшие млекопитающие могут. Значит, можем адаптироваться, да? Вот. Значит, и начинается, организм начинает отвечать на это воздействие. То есть ваша тренировка, которую вы провели, любая там, отжались, пробежали, там, проехали, что-то проплыли, все, это воздействие. Внешняя среда изменилась, пошло воздействие. Значит, нужно ответить, то есть какая-то структура разрушилась, какая-то устала, что-то истощились запасы. Вот, нужно это все восполнить, исправить и построить новую структуру, сильнее и лучше прежней, чтобы стать сильнее. То есть наращивается мышца, растет капилляр, растут эти митохондрии, то есть происходит процесс строительства. Вот. Он будет идти какое-то время. То есть тренировка, которую вы провели и закончили, это не конец, а это только начало этого процесса. Вы эту тренировку провели, чтобы запустить этот процесс. Вот это самое главное, чего вы должны запомнить, когда вы будете тренироваться. То есть с окончанием тренировки тренировка не закончилась, а только началась. То есть организм начал отвечать. И ваша задача этому ответу не мешать. Вот. И он будет идти какое-то время. День, иногда два, если тяжелая тренировка. Если совсем тяжелая, то некоторые процессы будут идти, там, может, неделю даже восстановление после триатлона будет идти. А что-то восстановится у вас там за 6 часов, что-то восстановится. Это как бы даже не нужно вникать, что как быстро восстанавливается. Главное понимать, что они идут. Вот. И получается, что, значит, вот, например, можно такой пример привести. Да? Вот предположим, вы провели качественную силовую тренировку там, в зале, скажем, тренажером, поставили себе задачу развить там, как, силу там, определенных мышц, сделали определенные упражнения под руководством тренера. Все, значит, процесс пошел, как говорят, да? Вот. Но, значит, вы вышли из зала и попали в руки другому, скажем, тренеру, который тренирует вашу выносливость. Он говорит: так, а мы сегодня с вами пробежим как кроссик 20 километров. И вы идете бежать. А что делать вашему организму? Он запустил процессы строительства мышц, а, значит, ваш тренер сказал вам пробежать. А тут, значит, бежать, это же надо, значит, да, питательные вещества, расход, так сказать, значит, гликогена, расход минералов и так далее, и так далее.
То есть это у меня такой любимый пример, например, да, значит, вот силовая тренировка – это как ремонт в доме, да, то есть вот вы там захотели сделать ремонт в квартире, вызвали, значит, тренера, то есть этого архитектора, да, он вам составил проект, пришли, вы провели тренировку, это значит пришли эти самые, значит, бригада, первая бригада пришла и сорвала вам все старое, старые обои, эти самые плинтуса, паркет старый, значит, все оборвали до бетона вам, да, все, вот это вы провели тренировку, вот. Тут же, значит, прибегает бригада высококвалифицированных этих самых рабочих отделочников, приносит, так сказать, дубовый паркет, двери это самое, красного дерева, там, да, обои дорогостоящие, все, и начинает это все, значит, там, клеить, пришпандоривать, да, значит, процесс пошел, им нужно где-то там хотя бы день, вот они начали работу. Но тут забегает другой тренер, вот, кросс, ребята, кросс. Значит, и за ним такая толпа кочегаров. Топить надо, чтобы бежать топить, да, паровоз должен ехать. Все. Эти в страхе все разбегаются. Вот. Кочегары забегают. Топить нечем, кроме как дверьми красного дерева. Значит, это все идет в топку. Это все очень дорого стоит, но топить-то же надо. Значит, они все это нафиг туда, весь этот ваш дубовый паркет и так далее, все это идет в топку. В итоге вы пробежали 20 километров, план выполнен, вы счастливый, довольный, усталый. Значит, паркета нет, дверей нет, рабочие разбежались, кочегары работу выполнили, разошлись, денег на счету ноль. Вы лежите счастливый, довольный. Значит, оба архитектора смылись тоже, то есть организм не знает вообще, что делать ему теперь. Вот примерно такая ситуация, ни больше, ни меньше. То есть вроде бы план выполнен, эффект скорее отрицательный. Потому что уже, так сказать, и иммунка поехала наверняка, и, так сказать, травма уже вот-вот там какая-то, потому что полное истощение произошло. Организм запутался, что делаем-то? Вот, поэтому тренировки на силу и тренировки на выносливость надо разносить в разные дни вообще желательно. Если сегодня выносливость, давайте выносливость. Пусть будет и плавание, и вело, там, и бег, если у вас хватит сил. Неважно. Главное, чтобы это все было в одну дуду, как говорят. Да? Все, развиваем выносливость. Вот. Хватает сил? Давайте второй день то же самое, туда же. Пожалуйста, третий день. Вот. Это уже, так сказать, кто сколько может. Да? Вот. С выносливостью все закончили, переходим к силовой подготовке. И целый день можете посвятить. Нет, если у вас там мало времени, посвятите ей час. Если у вас много времени, посвятите ей там два или три. Желательно под вечер, когда вы потом пойдете отдыхать. Или утром сделаете выносливость, вечером сделаете силу. Или день, два, три сделаете выносливость, потом день, два, три, день или два сделаете силу. И потом отдыхайте, чтобы вот эти ребята, которые вам, значит, начали евроремонт делать, чтобы они закончили, чтобы они успели мышцу нарастить. Вот. Им нужен день, иногда два, но чаще дня им достаточно будет. То есть, в принципе, отсюда рождается вот структура такого цикла. День, два, три выносливость, силовая, отдых. День, два, три, выносливый, сколько хватило вам желания. Хоть, да, опять сила, отдых. Вот так примерно вы идете. У нас в итоге получилась пятидневка. Жутко неудобно с точки зрения, значит, ну просто расписания, да, вот жутко неудобно. Три дня выносливость, четвертый день сила, пятый день там восстановительный там, или полный отдых, или совсем легкая тренировка такая, не развивающая. Все. И вот она настолько неудобная, но настолько эффективная. Вот, что ничего вот с 2003 года лучше мы придумать пока не смогли. Вот, и вот мы по ней живем. Значит, вам не сможете по пятидневке такой жить? Отлично. Скорее всего, не сможете, потому что надо ходить на работу, есть выходные, там, есть и так далее. Вот, значит, ну попробуйте неделю так разбить. Два дня выносливости – сила. Два дня выносливости – сила, отдых. Вот так можно сделать, да? Вот. Но принцип примерно вот такой. И в любом случае, да, значит, вы должны понимать, что тренировка – это не конец, а только начало того процесса, которому надо дать закончиться. И процессы должны все идти в унисон. Вот. Еще вопрос, предвосхищаю, сюда же он, похоже, подходит, хорошо. Значит, обычно спрашивают, а сколько вот надо тренироваться? Да? То есть, вот я там 20 кетов пробежал, это много, мало, мне больше бегать, меньше. Вот. Значит, здесь есть совершенно гениальный, так сказать, ответ. Значит, в Советском Союзе был такой сухумский питомник, да, обезьяний. Слышали, наверное, да, там мартышки всякие, там, да, на них там препараты медицинские разные пробовали и так далее. И вот там был, там проведен был замечательный эксперимент, да.
которую только в Советском Союзе можно было сделать, да, значит, каждой мартышке поставили по 5 аспирантов, и они сидели с бумажками и считали за ними количество простых движений, которые она в сутки делает. И, значит, к их удивлению выяснилось, что каждая мартышка делает строго определенное количество движений в сутки. То есть одни мартышки всегда делали 1000, другие, там, к примеру, 3000, а третьи делали всегда 5000. То есть там разница в разы была у них. И это количество не менялось никогда, ни при каких обстоятельствах. Вот. То есть одни были такие более пассивные, другие более активные. Всегда. Они думают, что за ерунда, может, случайность какая-то. Начали пытаться на это как-то влиять. Ну, предположим, брали мартышку, там, связывали ее на сутки и не давали ей двигаться. Потом, когда ее развязывали, она начинала активно носиться, чтобы выйти на средний опять вот этот недельный как бы объем, да, опять своих движений. Как только она его добирала, она опять переходила на свой обратно возвращалась уровень. Да. Ну, грубо говоря, ее, значит, она сделала, там, делает всегда 1000, да, вот ее на сутки связали, потом она в течение двух следующих суток делает по 1500, выходит опять на свою 1000 туда и уже опять эту 1000 держит. Вот. Соответственно, та, которая делала 5, она, значит, соответственно, тоже пропорционально этой 5000 тоже делала. Их там пробовали шебуршить палкой, то есть заставляли их больше двигаться. Соответственно, как только их оставляли в покое, они, значит, забивались в угол и опять ждали, пока, значит, не наступит их опять средний уровень движения. Всегда. То есть какой-то, значит, по какой-то причине эволюции понадобилось, чтобы у этого стада мартышек были и такие, и такие. Поскольку мы, от вас, мы с вами от них не сильно отличаемся, то мы точно так же делимся на более активных и более пассивных. Вот. И это не хорошо и не плохо, это просто данность. Вот. И раньше было принято считать как, да, что вот там вот такой-то вот есть, я знаю, там спортсмен, он может там бегать 40 км в день, и он нормально. И был девиз, значит, если смог он, значит, сможешь и ты. Значит, вот не значит это. Вы должны определить свою норму движений. Вы это почувствуете, потому что если вы будете делать чуть-чуть больше, вы увидите сразу, что это как бы уже идет через «не могу» немножечко, да, это, значит, там где-то вы начинаете заболевать или появляется какая-то травма, то есть это организм вот такими сигналами пытается вас вывести из строя, чтобы вы не перебирали с количеством движений. Вот, значит, как это связано со спортивным результатом? Не напрямую. Вот, да, значит, люди, которые имеют самую большую вот эту активность физическую, да, это не самые лучшие спортсмены, как ни странно. Наоборот, да, значит, вот мы в триатлоне, у нас вот был мальчик, как бы, да, ну, как мальчик, да, потом пятиборьем занимался вместе с нами, он на год меня был старше, потом он перешел вместе с нами в триатлон, и, значит, где-то вот на пике карьеры у него дневная норма выглядела так, 6 км плавания, вот, велосипед где-то в диапазоне от 180 до где-то 300, и бег каждый день там в районе 30-ки. Вот как бы это он делал каждый день. Вот. Если так вот кто-то в Крыму ориентируется, вот, да, значит, вот он, как бы, мы на сбор Севастополя идет, он, значит, утром отплавал до Затока 6 километров, после Затока сел на велосипед и проехал. Севастополь, Ялта, Симферополь, Бахчисарай, Севастополь. Вот, это как бы было нормально. Иногда он срезал через этот самый, через Ялту срезал в Бахчисарай через этот самый, как он там, да, через гору там как-то, да, через Ай-Петри, вот. Да, значит, он хороший был спортсмен, но он не выдающийся, как бы, каких-то результатов он не показал. Его лучшее достижение – пятое место на Европе в Ironman'е, да, то есть он, Ironman для него финишировать проблем не составляло, но вот пятое место на Европе, да, значит, это хорошо, но не, так сказать, не так страшно, как вот, да, вот эти тренировки, которые я назвал. Вот, в чем особенность таких людей, да, они активны, они двигаются. Если их ограничить, да, и любая попытка его подвести к соревнованию, то представляем, как вот мы снижаем немножко нагрузку, чтобы организм подкопил сил, да, и вышел на такой пик. Значит, для них это стресс. То есть снизить нагрузку они не способны. Да, то есть попытка снизить нагрузку приводила к тому, что он мог за два дня до старта радостно прибежать. Я дал кружок, 30 километров, есть рекорд трассы. А нормальные люди как бы за неделю уже там копят силы, да, значит, делают. А он такой, рекорд трассы есть. И говорит, тебе на соревнования завтра улетать. А, фигня, нормально, зато рекорд трассы есть. То есть это вот как бы, получается, не он управлял своими движениями, а его вот эта активность управляла им. Он не в состоянии был совершенно вот сконцентрировать вот эти свои силы в нужный момент, в нужном месте, да. Но работоспособность феноменальная, просто феноменальная. И человек хороший, как бы, да, но ничего сделать с этим невозможно. Поэтому самый лучший, скажем, спортсмен в триатлоне, он будет с активностью чуть выше среднего. Да, так сказать, между вот таким большой такой вот обезьяной, так условно назовем, и там средней. Вот.
Значит, вы быстро очень поймете, насколько вы относительно других своих, так сказать, товарищей тоже вот в этой работоспособности, где вы находитесь, да? И если вы не можете сделать весь объем, который делают ваши друзья, в этом нет ничего страшного. Понимаете? Нет ничего страшного. Вот. Вы должны свою норму вот эту почувствовать. Вот. Это никак не уменьшает ваши шансы сделать триатлон, даже длинную дистанцию. Никакой почти связи в этом нет. Вот. Поэтому просто вы должны более грамотно, значит, то есть, скажем так, вы сможете добиться того же эффекта, что и они, но меньшими затратами. То есть это не влияет на эффект тренировок, это просто влияет на количество. А нам же с вами не количество, нам нужно как бы получить тренировочный эффект и, так сказать, там, скажем, пройти дистанцию. Да? Значит, ну, это не влияет. Ну, влияет, но в минимальной степени. Вот. Давайте еще по таблице этой пробежимся. Да? Вот про физические качества мы поговорили, очень интересно. Да? То есть мы определили, что, еще раз, да, что выносливость бывает общая, специальная, что есть сила. Сила и выносливость – это основные слагаемые тренировочного процесса, и они должны быть разделены в тренировочном процессе. И вообще любая тренировка – это начало, и нужно начало неких процессов в организме, которым надо дать закончиться и совершиться этому ответу, закончиться. Да? Вот. И мы решили, что количество тренировок, количество объема, которое вы должны делать, оно тоже сугубо индивидуально, как и мышечная композиция, да, вот это вот между BMW и MMV. Значит, это такое же врожденное качество, которое у вас сопутствует вам всю жизнь, и вы очень быстро поймете, а сколько же вы можете тренироваться индивидуально. Вот сюда немножко прогуляемся, да, значит, вот мы так вот работали очень долго и очень неплохо работали, да, и как-то сильно вот не задумывались, честно говоря, да, значит, а задумались недавно, после Олимпиады, на самом деле, в Лондоне, да, точнее, немножко раньше, за год до этого, у нас была, ну, не проблема, мы немножко проигрывали в беге, то есть мы, значит, неплохо выступали в предыдущий олимпийский цикл, но была проблема все-таки в беге, что мы там лидерам немножко проигрываем, и я немножко для себя не мог понять, значит, в чем резерв, то есть что мы должны сделать, да, чтобы побежать быстрее. Мы выплываем в числе первых, мы без проблем проезжаем велодистанцию, мы начинаем бежать, и мы бежим хорошо, но мы все-таки не первые, там, четвертые, шестые, мы иногда лидируем в рейтинге, но только потому, что чуть больше других стартов сделали, но никогда не можем, скажем, на чемпионате мира забежать в тройку. На Европе можем, на мире нет. Вот. И я увидел, что люди, которые бегут быстро, да, они бегут не так, как мы, они бегут по-другому. Да, значит, и я попытался понять, в чем разница. И мы пришли к тому, что пришлось приглашать, в общем, в итоге специалиста по технике бега. Поскольку наши бегуны, к сожалению, моему огромному, да, сейчас бегают, в общем, слабо. Вот, и результаты наших легкоатлетов находятся на уровне 50-х годов 20 века, да, то есть они уже на 60 лет отстали от всего мира, то есть они бегают как куцы Болотников. Куц, напоминаю, да, я чемпион Мельбурнской Олимпиады 56-го года, а Болотников чемпион в беге на 10 километров Олимпиады, значит, вот, в Риме 60-го года. Да, и вот наши сейчас легкоатлеты, да, спустя 60 лет бегают так же, как они. Да, вот. Значит, и поэтому, значит, искать как-то вот среди наших тренеров было, наверное, неправильно в этой ситуации. Значит, пригласили из Америки человека, который вам теперь, значит, знаком по публикациям последними. Это Романов Николай Степанович, да, замечательный специалист, наш соотечественник, кандидат наук, заведующий кафедрой физвоспитания Чебоксарского университета, был в 80-е годы. Вот, ну, уехал туда, как многие наши, и, так сказать, там свои идеи воплотил в публикации, в исследования, основал свою школу бега, и, в общем, он намного, так сказать, научил, и в том числе вот эта таблица, она как бы вот навеяна, значит, в том числе его какими-то вот рассуждениями, потому что когда мы начали общаться, я понял, что все гораздо сложнее, чем просто вот, вот это вот то, что я вам уже рассказал, намного сложнее, и пришлось мне рисовать вот эту таблицу, да, уже, вот, он как бы... Да, абсолютно. Вот. Но это, значит, он не просто специалист по технике бега, а он именно такой вот человек, обладающий фундаментальными знаниями в области биомеханики и, значит, физиологии человека, немножко подзабытыми. Вот, я еще раз говорю, то, с чего я начал, что вся наука ушла в физиологию, да, а там все гораздо серьезнее. Попробую это объяснить. Значит, вот как бы техника движения, да, то есть на самом деле все физические качества, которые мы воспитываем, они нужны с одной единственной целью. Обеспечить правильную технику движения. Вот. И способность, то есть, ее, значит, обеспечить и сохранить эту технику в течение всей дистанции. Собственно, ни для чего другого они не нужны. Нам же не нужны лишние мускулатуры. Там, вот, культуристы мышцы нужны, чтобы, так сказать, красивым быть. Да? А нам нужно, чтобы вот правильно до конца там, добежать, доехать, доплыть.
Вот, соответственно, вот нам нужна техника. Но мы уже говорили, да, чтобы эту технику обеспечить, нам нужно, так сказать, знание об этой технике, да, то есть мы должны их запомнить, как минимум, через себя пропустить. Вот, мы должны натренировать свое восприятие. А что такое восприятие? Это вот мы там, значит, что-то такое воспринимаем через органы чувств, да, ощущаем, правильно сказать. Но мы же все знаем об этих окружающих предметах, соответственно, это уже превращается в восприятие. То есть мы не просто там ощущаем что-то там круглое, да, вот, а это вот, знаем, мяч, да, а мячи бывают там футбольные, баскетбольные, и тогда и пошли ассоциации. Вот так работает наше сознание. То есть мы сразу разбиваем все свои ощущения на категории, систематизируем и так далее. И вот без памяти и восприятия, значит, мы просто не сможем двинуться вообще ни в каком обучении. И в том числе в технике движения. И вот концентрация внимания, то есть способность концентрировать внимание на определенных элементах движения. Это очень важно. Оказалось, что этот пункт совершенно непроходимый для наших мальчиков в сборной. Да? То есть они работоспособные ребята, профессиональные, у них все хорошо, на высоком уровне, но чтобы откорректировать технику бега, им надо сконцентрироваться. Да? Вот. А вот концентрировать внимание там, дольше 5 минут во время бега им сложно. Но это понятно, да, потому что у них устоявшийся навык старый, да. И вообще во время бега, да, значит, работает стереотип, сознание вообще там наполовину отключается. А тут надо концентрироваться, там, бежать с определенной частотой, там, определенным образом сгибать ноги. Это оказалось дико сложно. Вот. Значит, соответственно, у каждого из нас есть какой-то свой арсенал движений, да, значит, те навыки, которые мы получили, да, координация, там, опять же, есть гибкость и эластичность опорно-двигательного аппарата для, на самом деле, если мы подробно бы сейчас начали рассказывать вообще про технику движения, казалось бы, что вот эта гибкость и особенно эластичность – это вообще ключевые элементы техники любого движения, да, то есть без них вообще невозможно ничего эффективного сделать. Вот. Значит, но оказалась еще одна очень интересная вещь. Если размышлять на эту тему, что техника движения, она будет эффективной только тогда, если эта техника имеет конкретную цель. Ну, то есть, грубо говоря, лев бежит за антилопой, да, значит, и, значит, он на ней сконцентрирован, и его движение абсолютно эффективное, и, так сказать, соответственно, антилопа, они тоже эффективны, потому что она убегает от этого льва, у нее тоже есть цель. Вот. И если вы бежите за троллейбусом, думая о том, как успеть, пока не закрылись двери, да, вот, а скорее всего, вы бежите достаточно эффективно. Вот. А вот если вы бежите на дистанции, и вам в голову лезет всякая дрянь, типа того, что бежать-то мне еще 10 километров, а чего-то жарко, а не быстро ли я бегу, а зачем вообще я сюда попал? Вот, да, а может мне-то вот сейчас тут это самое, посидеть, да, а еще лучше полежать, да, вот, то, значит, уверяю вас, техника ваших движений, да, значит, она начнет сразу разваливаться. Если вы только начали бежать, в общем, ажиотаж со старта, то, скорее всего, техника движений тоже неплоха. Но как только появились первые признаки утомления, мы же говорили с вами, ваш организм сделает все, чтобы вам, значит, так сказать, предостеречь вас от, так сказать, какого-то переутомления. Включатся все предохранители. Вот, например, простой пример приведу. Представь, ну, вы, наверное, все бегали в горке, с горки, да, вот так, да? То есть, ну, в детстве-то уж наверняка, да? И вот там пологая горка, все, бежишь, летишь, хорошо. Чуть более крутая, бежишь еще быстрее. Потом она еще чуть круче, и уже что-то как-то, да, страшновато, приходится там интуитивно тормозить, да? А если горка совсем крутая, то вообще уже спускаемся осторожно. И вот, вот этот момент, когда наступает, да, то есть вот с этой горки я еще бегу во всю силу, а вот с этой горки я уже там от страха немножечко притормаживаю, чтобы не навернуться, это как бы то же самое, что происходит у вас в голове, когда вы говорите, что-то я быстро бегу, наверное, я сейчас устану, а бежать-то еще далеко. И организм тоже так сразу раз, тормозим, против вашего внимания. И техника тут же разваливается, незаметно для вас. Вот. И вы интуитивно, да, ну вы-то так, значит, так, ну мне-то надо вперед, и вы себя толкаете. Организм, ну так сказать, ну мне-то надо, чтобы ты остался жив, и вы себя тормозите. И вот вы так, так тормознул, толкнул, тормознул, толкнул. И так в каждом шаге. А потом, значит, оказывается, что бег на выносливость самый травматичный в мире вид спорта. То есть практически от 60 до 80% занимающихся имеют травму опорно-двигательного аппарата. Для сравнения, какой-нибудь там прыгун тройным, ну дай бог там, 15%. Хотя там в момент опоры, при, как бы, значит, когда вот на доску эта нога попадает, человек вылетает там, да, значит, там до нескольких тонн доходит нагрузка, да, вот в какой-то импульс там несколько тонн достигает. Но там травм нету. А у нас, значит, казалось бы, что там, подумаешь, но зато бам-бам-бам-бам-бам-бам. И вот это вот тени толкай приводит к тому, что, значит, травм невероятное количество. Получается, что, значит,
не случайно, значит, да, значит, техника должна иметь цель, то есть вы должны быть, получается, сконцентрированы, да, на этой как бы цели, и тогда техника будет эффективна. Но это же тяжело держать всю дистанцию. Дистанция же длинная. Это ладно, мы 100 метров бегали, а мы же бежим долго. Соответственно, значит, получается, что здесь вот есть такой блок из таких психологических свойств, да, вот мы уже попали на психологический уровень, да, вот есть, значит, амбиции человека, да, это своего рода уровень его притязаний. Так, моя задача поучаствовать, добегу-ка я трусцой. Другой, нет, я хочу обязательно выиграть. Пусть это там сосед как бы по комнате, но я обязательно выиграю. Ну или там Олимпийские игры, неважно, это уже амбиции, да, то есть, вот. Мотивация, то есть сила, та сила, с которой человек этого хочет. И целеустремленность, то есть это как бы, ну скажем так, способность все время делать выбор, да. Ну, на самом простом примере, там, зазвонил утром будильник, а вы с вечера решили, что утром пойдете, встанете пораньше, пойдете побегать. Вот этот будильник звонит, и, значит, у вас выбор. Значит, то ли я встаю, одеваюсь и иду в это, так сказать, дождливое утро, то ли я кидаю будильник в стену, переворачиваюсь, и у меня еще есть часик поспать. Правильно? Все, вот этот ваш выбор, это и есть ваша целеустремленность. Вот. И сколько мы с вами не говорили о методах тренировки, если вы выбор будете делать все время, значит, в пользу будильника, да, вот, то, значит, можно говорить сколько угодно, ничего не будет. Вот. Но это же с потолка не берется все. Значит, откуда берутся вот эти свойства, они что у нас? Значит, они берутся от всего остального, да, значит, они берутся от ваших психофизиологических врожденных свойств вашей личности, да, от вашего темперамента, от вашей работоспособности вот этой обезьяньей, да, про которую говорили. То есть, как бы одному, так сказать, там, в кайф пойти подвигаться, а другой, так сказать, больше полежать. Значит, но они тоже как бы не сами взялись. Что-то генетически определено, а что-то нам, значит, нашим воспитанием, значит, в нас засунуто. Да? И вообще, как бы ведущие психофизиологи говорят, что до 5 лет основная информация в ребенка вообще попадает. Да? Соответственно, есть вечные ценности: любовь, честь, преданность, да, какие-то, так сказать, ценности, которые родители и общество в человека, значит, засунули. Родители, наставники, общество, образование – это все нас сформировало. То есть нам родители дали наши гены, а общество нас сформировало по своему образу и подобию. Вот. И из этого всего вытекает вот это вот, значит, насколько мы способны, так сказать, эту цель свою, так сказать, конкретизировать, ее, так сказать, и устойчиво к ней добиваться. Вот и все. Значит, вот она цель. Воля. Что это такое, вообще никто не знает, да? То есть ни один, значит, но… То есть, с одной стороны, все знают, но никто не может сформулировать. Вот. Опять же, это тоже все не просто с потолка берется, да, значит, мы сейчас не будем углубляться, да, но, значит, по теории вообще, да, всего, что только можно, там, философии, социологии и так далее, биологии, значит, и так далее, значит, есть комплекс потребностей человеческих, да, и много очень литературы на эту тему, и начиная от простейших биологических, в смысле, поесть, подышать, попить, вот, безопасность обеспечить, да, значит, до сложных социальных потребностей, и вот из них и всех это все и вытекает. Вот. Но зато есть очень интересные такие вот квадратики, которые более понятны, которые способны уничтожить вообще все остальное. То есть, что бы мы с вами ни делали здесь, вот эти два квадрата, они уничтожат всю нашу работу или, наоборот, сделают ее возможной, так сказать, в раз просто, да? Значит, вот вера и страх – это одно и то же, только с разным знаком, да? Понятно, да, что такое? Ну, что-то самый простой пример, да? Берем любимый классический избитый пример удачи. Кладем, берем доску широкую, толстую, кладем на пол, и любой человек, ребенок по ней легко пройдет, не испытывая никаких проблем. Доска широкая, прочная, толстая. Эту же доску кладем между двумя небоскребами, и все, оказывается, что человек пройти почему-то по ней не может. Ничего опасного нет, доска широка, прочна, ничего не поменялось, ветра нет, иди. Вот, нет. Значит, у человека есть богатая фантазия, воображение, восприятие, которое рисует ему картины падения ужасного, да, и это ему не дает, значит, продвинуться дальше. Пройдет только или специально обученный человек, спецназовец, десантник, верхолаз. Вот, нормальный человек не пойдет, не сможет. Вот, значит, то же самое абсолютно происходит во время спортивного соревнования. Значит, весь ваш, там, предположим, опыт говорит вам, я готов, я могу бежать, а ваш организм вам врубает, нет, это как-то очень далеко и очень страшно, и вообще жарко сегодня, да, значит, сегодня мы не побежим так быстро, и врубает вам все тормоза, какие только можно, вот, и вы, значит, должна быть такая вера в свои силы, в то, что вы делаете, да, чтобы это, значит, все преодолеть. Это пример, скажем, соревновательный, да, у нас, это оказалось вообще чуть ли не одной из основных, у нас были мальчики, ребята, которые
там, просто первенство России, значит, с точки зрения там, сборной команды, это там, отборочный старт, просто один из этапов как бы, да, подготовки дальше. Для кого-то это была конечная цель, мечта всей жизни попасть на первенство России. Вот. И у нас были ребята, там, да, вот он выходит на спартакиаду учащихся, там, ему по 16 лет, его от страха ночевает, ну, его рвет в транзитной зоне, да, то ему там, через минуту плыть, а его выворачивает. И он не отравился, это ему, у него организм не хочет плыть просто, боится ответственности, боится того, что сейчас там по морде дадут, боится того, что придется мучиться, терпеть там, и так далее. А сильный парень, кабан здоровый, все. Вот. Это предстартовый мандраж называется. Да? Вот. Ну и вы все прекрасно знаете, если вы делаете что-то, и сомневаетесь, скорее всего, ничего хорошего из этого не выйдет. А если вы что-то делаете, скажем, какую-то тренировку, и верите, убедил вас тренер, там, вы себя убедили, что это то, что нужно, и вы верите в то, что это то, что как раз вот вам нужно, эффект будет самый лучший. Вот. Поэтому эти все вещи связаны настолько тесно, вот, что я вот счел своим долгом как бы, вот эту картину как бы до вас донести. Вот. А значит, вы, если хотите, можете ее легко дополнить, тут сразу понятно, куда что дополнять. Если что-то из области психологии, то сюда. Если вы что-то узнали интересное про значит, физическим, так сказать, там каким-то, то легко значит, понять, какой квадратик здесь это дополнить. Вот. Но как это все увязано, что это все это как бы одна система, вы теперь как бы представление имеете. И это очень важно. Вот. Потому что это все мы единая система. Если мы хотим, так сказать, подготовиться, мы должны все это учитывать. Точно так же должен мыслить, скажем, врач, который хочет вылечить больного. Да? То есть, значит, недостаточно просто сделать там, ЭКГ или сделать анализ крови. Надо видеть картину целиком, как это все получилось. Тогда есть шанс на успех. То же самое задача у нас. Вот и все. Вот это я хотел сказать. А детали вы, значит, легко найдете в литературе. Вот, и уже легко сюда подстроите. Вот, вот так. Спасибо. Вот. Давайте вопрос ответ. Короткие. Да. У вас есть какие-то ваши книги, которые вы... Пока нет, пока тут только вот пишем. Не так много времени, к сожалению, у главного тренера. Но пытаемся что-то как-то изложить. У Романова замечательные книжки, почитайте, да? У Силуянова замечательные работы есть в интернете, да? Вот, вот как бы я вот в первую очередь двух вот этих людей. Они, скажем так, в некотором роде такие, ну, в некотором роде антагонисты такие полярные, да? То есть, значит... Значит, там, девиз Николая Степановича Романова, да, он говорит, что главное – это техника, а по, значит, все физические и физиологические процессы под технику выстроятся чуть ли не сами. Там, да? Ну, я немножко утрирую так. Да? То есть, вот, вот, то есть главное понять, какая техника, организм сам под нее все выстроит. А значит, Силуянов он позволял себе такую фразу, что значит, если вы будете тренировать физические качества моими методами, то вообще не важно, какая у вас будет техника движения, потому что у вас будет настолько все развито, что с любой техникой вы станете чемпионом мира там, в течение… Там, ну, и то, и другое. Немножко крайность, да, вот, значит, но в целом надо обязательно это все читать, изучать и пытаться соединить именно вот для себя, скажем так. Можно вопрос? Да. Вы говорили про физические качества, приводили пример обезьян, говорили, что если да. Количество движений, как да. Делает, то говорили о том, что если ты его превышаешь, организм сопротивляется. Нереально нарастить. Чего не? Количество движений. А, вот, или, вот, если ты сделаешь 5 тысяч движений в сутки, больше ты не сделаешь. Нет, ты сделать можешь, но организм пойдет немножко в состояние уже такого стресса. Понимаете, разогнать если нельзя это разогнать годами. Разогнать, ну, вот получается, что вроде как нельзя. Вы можете за это количество движений, вы можете развить все свои качества, стать сильнее, выносливее. И за это количество движений вы их будете делать быстрее, вы будете больше пробегать за это время, да? То есть вы можете стать очень сильным атлетом, да? То есть вот сейчас вы там можете бежать, там, грубо говоря, там, ну, я не знаю, там, 6 минут километра, да? А вы можете развить себя и будете бежать там 4 минуты километра. И сможете делать в полтора раза больше километров. Понимаете? Но количество движений при этом останется тоже. Ну, грубо, примерно так. Вот. Ну, чуть-чуть, наверное, будет увеличиваться по мере привыкания, да? Но это принцип, понимаете? Это вот не прям конкретное, да? Вот, но принцип, да? То есть, опять же, речь идет еще о, наверное, затратах нервной энергии, да? То есть, пока вы обучаетесь, и движение вам непривычное, и вы вынуждены контролировать каждый шаг, то здесь можно считать, что, наверное, каждое движение идет одно там за два, а то и за три. Когда они уйдут в область автоматики, вам эти, наверное, с точки... Это же свойство нервной системы, понимаете, да, вот о чем мы говорим. Значит, вам с точки зрения нервной системы эти движения будут даваться легче, да. Может быть, нервная система вам засчитает вот этот, значит, доведенный до автоматизма беговой шаг, как, значит, три шага вот этих автоматических вы будете делать, как раньше, один вам, да, той ценой. То есть вы сможете еще больше шагов сделать.
Понимаете? То есть вот как-то так. То есть это некое количество вот нервной активности, которое вам Богом отведено в сутки. Вот так скажем. И, ну, вы согласитесь, что есть энергичные люди, а есть более, так сказать, пассивные. Они не глупее, они не хуже, не боже мой, да, он может это, так сказать, там, открытия какие-то сделать. Вообще лень, там, сказать, мать многих открытий, да. Речь мы идем о том, просто сколько вот вы должны тренироваться. Что есть норма, превышая которую, вы очень быстро начнете сажать иммунитет, получать травмы и так далее. Вот, ну, слушайте себя. Самый лучший компьютер, который есть, любое средство, это он у вас в голове. Просто надо его слушать. Просто если вы будете это делать систематически в тренировках, то вы придете к состоянию перетренированности. Вот. А если вы поставили цель, ну, на то мы и люди, чтобы, преодолевая себя, идти к цели. Да? Значит, тут уж как бы, извините, какие уж там эти самые. Люди же идут к Северному полюсу, там, лезут на Джомолунгму там, и так далее. Делают айронмены через «не могу». Тут, а какие инструменты вы используете для анализа? Вы говорите, что тренировки, пускай там одни и те же, но да. Как прогресс отслеживается? Просто он побежал быстрее на одну и ту же. Ну, значит, самый простой вариант – это, да, значит, человек бежит быстрее, чем раньше, это раз. Дальше есть такой простой прибор, как пульсометр, да, то есть можно, так сказать, смотреть по пульсу, да, то есть я бегу на той же скорости, но пульс стал ниже, да, значит, это моя функциональная, то ли мое сердце стало сильнее, то ли эффективность моей техники повысилась, но то и другое хорошо, да. Вот. Дальше есть такой прибор, как лактометр, но мы им, так сказать, не очень, так сказать, там, ну, хорошая вещь вообще, конечно, ну, не слишком мы его там интенсивно используем, но в принципе тоже, да, то есть если на этой скорости лактат стал ниже, то это тоже неплохо. Вот. Но в основном все-таки вот это в основном. Вот, в основном. Ну и силовые показатели, то есть присел с такой-то штангой, потом присел там со следующей, потом еще со следующей. Вот. А? Это хорошо, конечно, да, есть эти самые всякие пауэрметр, есть этот, господи, как он, СРМ, да, вот, это все хорошо, но достаточно дорого, да, ну, можно, это отличные вещи все, да. Вот сначала там вот была рука, да. Прозвучала фраза, что там увеличивая количество движений, мы загоняем себя в стрессовую зону. Да. Но ведь один же из главных спортивных принципов вообще, что если... Постепенно, да, увеличивать, что, конечно. Если стресса нет, то организм не будет реагировать, то он считает, что он в зоне комфорта, и ему не надо. Растительные митохондрии, сосуды. Речь идет о хроническом превышении, поймите правильно меня, да? Значит, вся тренировка построена на, так сказать, пиках, да? То есть вы можете в соревнованиях и в тренировках тоже, значит, вы должны делать пиковые нагрузки, превышающие значительно ваши текущие возможности и по количеству движений, и по скорости, и там, по любым параметрам, которые вы хотите развить. Вы получаете вот тот самый стресс, который, как вы правильно сказали, является стимулом для развития, но потом даете себе восстановиться. Но если вы каждый день себя будете долбить туда, выше вашей нормы, наступит истощение функций адаптационных, да, и вместо положительного эффекта вы получите истощение и снижение всех возможностей. Речь идет о хроническом превышении. Вся тренировка построена на взлетах и восстановлении, понимаете? И поэтому, когда мы говорим про соревнования, на соревнованиях не надо себя жалеть. Вы вышли на соревнования соревноваться. Вы должны рассчитать свои силы, вы должны там, значит, грамотно построить там, скорость гонки, питание и так далее. Вы должны через «не могу» двигаться к финишу, когда станет тяжело. Это нормально. Вот. Но когда вы будете тренироваться, вы должны чередовать развивающие вот эти нагрузки с восстановительными периодами, чтобы в среднем у вас получилось то, что вам Богом отпущено. А никто не говорит о том, что не боже мой, его вообще не превысить. Не превысить хронически. Только об этом речь. Да-да-да. Вы сказали, что ну, наша беговая тусовка спортивная отстала на 60 лет. Ну, я, лидеры, да, сборная, да-да-да. Ну, но это объективная реальность по результатам, просто, к сожалению. Да, а в триатлоне, то есть вы говорите, вы искали свой подход, и на это ушло много времени. Да. И вот как обстоят дела с западным опытом, и неужели не было технологий уже понятных, разработанных, если они там впереди, и взять уже... Ну вот мы и пригласили Романова, которого сочли как раз передовым, и, в общем, так и выяснилось, потому что он поработал в американском триатлоне в конце 90-х, в начале 2000-х он проработал в английском триатлоне, и многие тренеры, так сказать, научились его методам работы, и вся английская сборная бегает по-романовски, как бы, да? Вот, сейчас это уже там следующее поколение, даже те, которыми он уже не работал, они все равно, значит, бегают, значит, как он учил, а до сих пор бегают его ученики, там вот сейчас девушка выиграла, значит, Дженкинс, да, она выиграла
этап мировой серии вот в Австралии, да, это его ученица, она была еще юниор, когда он ее учил, да, вот она бежит абсолютно по-романовски, великолепно, так сказать, немножко такой чуть-чуть странный бег, вот, но великолепно, там все великолепно работает, вот, и я не понимал на тот момент, как можно так вообще в триатлоне бегать, да, вот, но когда мы разобрались, да, я в восхищении, и Николаю Степановичу безумно благодарен за вот эти все вещи фундаментальные, глобальные, он мне помог очень сильно разобраться, но поймите, что мы с ними работали вместе со спортсменами нашими ведущими в триатлоне. Мы работаем с осени, то есть у нас 3,5 года сейчас работы, но это с точки зрения вот спортсмена, это очень небольшой период. Переучить квалифицированного спортсмена уровня мастера спорта международного класса с устоявшимся навыком, переучить на совершенно на, ну, другой подход к движениям, дико трудно, да, вот, и многие не выдержали, и вот так вот сказать, что прямо сейчас вот, да, мы стали бежать чуть-чуть по-другому, да, значительно вырос запас скорости, да, там, Дима Полянский, наш лидер, он, например, был худшим финишером в мире, да, то есть вот он был хорошим темповиком, но если вот он должен был обязательно по дистанции убежать, если вот там до финиша остается там 300, там 400 метров, и с ним еще есть люди, то значит он им точно проиграет, кто бы это ни был, вот так было до 2012 года, то теперь практически он один из лучших финишеров в мире, да, и, значит, кто бы с ним не был в это время рядом, он будет биться и, скорее всего, выиграет. Вот, то есть это такой вот факт точный, да. Улучшился результат на 10 километров ли у него? Недостоверно. То есть я не могу сказать, что он стал бежать там вот заметно быстрее. Он стал бежать по-другому, но пока еще в результат это не воплотилось. Почему? Очень просто. Смена навыка у такого уровня спортсмена, она требует вот этого самого концентрации внимания, идет очень тяжело, и даже сейчас, уже столько лет прошло, и мы вроде все как бы это устоялось, но еще это требуется еще внимание немножечко, и вот это внимание, оно забирает часть энергии, да, во-первых, как бы само внимание, работа мозга жрет часть энергии, реально просто, то есть вы понимаете, да, о чем речь, что как бы сконцентрированный мозг, он очень, так сказать, прожорлив, как бы, да, с точки зрения энергетики. И движение еще не до конца естественное. То есть должна быть полная расслабленность и естественность. Этого еще пока немножко нет. Вот, ну вот так. То есть у Николая Степановича, я так вот посмотрел, проанализировал то, что он рассказывал сейчас с другими учениками, у него люди добивались эффекта через 5-6 лет. Ну, некоторые хватали сразу, но в основном через 5-6 лет где-то так вот получалось. Даже когда он уже с ними не работал, люди вдруг раз и начинали. Вот сейчас мексиканцы, вот последний, с кем он работал, это до нас это были мексиканцы. Все, там сейчас мексиканец в шестерке мировой элиты появился. Вот. А они уже несколько, сколько они, 5 лет как не работают. Да, да, пожалуйста. А, но если он быстрее бегать, очевидно, не стал, то в чем тогда принципиальная эта разница? То есть, если человек как бежал 10 километров, там, за условный... Ну, я вам, во-первых, сказал про финишные качества, да, то есть, что важно. Во-вторых, мы надеемся, что сейчас вот как бы по мере роста вот этой естественности бега результат все-таки вырастет, да. А самое главное, мы знаем теперь, как работать, как учить, как правильно с детства детей обучать. Значит, элитные спортсмены – это, ну, не лучший, так сказать, пример для того, чтобы давать какую-то оценку, да, то есть здесь надо именно вот системно на большом количестве людей. Просто это-то интересно, что человек был мастер спорта международного класса, по нашей классификации у нас только заслуженный. Да, ну, он заслуженным стал, да, он за это время стал заслуженным, да, он выиграл соревнования. Да, то есть минимум человек выиграл. Но я вам откровенно как бы говорю, что я не могу сказать, что вот он стал намного достовернее сейчас вот бегать именно 10 кентров, пока. Ну, потому что если я скажу по-другому, меня просто поправят. Он тоже Валя первый, да? Вот. Значит, пока не стал. Вот. Но мы верим, во-первых, что это сейчас как бы произойдет дальше. Вот. И уверен, что мы все сделали правильно. И он стал хорошим финишером. И, значит, я теперь знаю, как учить остальных сразу правильно. Я правильно понимаю, что потенциально триатлет такого уровня должен бежать быстрее, чем заслуженный мастер спорта на 10 километров? Нет, вы утрируете немножко, да. Значит, во-первых, у нас на 10 километров, я так понимаю, заслуженных мастеров спорта нет. А если и есть, то они где-то, значит, может быть, в марафоне, в командном зачете на Европе там что-то выиграли и получили. Вот. Но вот таких чтобы достижений, чтобы они там действительно реально, они бегут на 2 минуты хуже мирового рекорда. На 2 минуты. И это, вот, ну, просто в цифрах вы же разбираетесь. Значит, все очень просто. Лучшие результаты сезона в стране за последние годы находятся на уровне примерно 28-26, там 28, то есть они немножко 28-30 бегут, наши лучшие легкоатлеты. Вот. Значит, рекорд Болотникова был 28-20, это 60-го года рекорд, можете статистику посмотреть, то есть понятно, да? Вот. Значит, Кус бегал 28-30. Вот. Значит, дальше.
Альстар Браунли, олимпийский чемпион Лондона, в Лондоне на хорошо промеренной трассе, значит, пробежал десятку за 29.07 третьим видом. Сильнейший российский спортсмен Анатолий Рыбаков на чемпионате мира в Москве в 2013 году пробежал 10 километров по стадиону в Лужниках, вот здесь, за 28.54 или 6. То есть разница 10 секунд. Но тот бежал третьим видом в кроссовках, а этот бежал в шиповку по стадиону без плавания и бега. Да? Вот. И, значит, чтобы до конца было все понятно, что это не плохо промеренная трасса в Лондоне, значит, Альстар Браунли имеет на чемпионате Великобритании по легкой атлетике, он там бежал во втором забеге, ну, в смысле, не в сильнейшем, потому что в Англии сильно бегают, он бежал в забеге Б. Он пробежал 28.32 по стадиону. Значит, вот результат. Вот. Младший брат бегает почти так же у него, и Гомес, так сказать, испанец, бегает на их же тоже уровне, да, вот, но сейчас появились два атлета, один испанец Мула, молодой, и другой Ричард Мюррей из ЮАР, они бегут заметно быстрее, то есть они, Мула несколько раз убегала с 29 в триатлоне, третьим видом, да, и пятерка, когда у нас бывают же такие соревнования иногда, где 750-25, пятерка он побегал с 14, по таблице соответствия результатов это совпадает, да, то есть там 13-55 человек пробежал пятерку третьим видом. Вот, так сказать, вот, вот сравнивайте, да, это как бы абсолютно прогнозируемые результаты, они все как бы понятны, но вот, так, да, пожалуйста. Спасибо. Как вы работаете со своими подопечными над блоками веры и страха, особенно в начале, когда там перед первыми их ответственными стартами, например, та же неделя, когда это как бы для них та же доска, которая между ними поставлена? Ну да, ну понятно. Ну, замечательный вопрос, да, отвечать, попробую коротко ответить, сложно, да. Значит, ну, во-первых, да, значит, это отчасти такое, значит, отчасти врожденное, отчасти воспитанное в детстве свойство, да, и они как бы, в первую очередь, они просто отбираются. То есть люди, которых рвет в транзитке, они выпадают из процесса и как бы дальше не идут, да, то есть такие, условно назовем их такие мандражисты, да. Он может оказаться хорош там в какой-то другой области, может, он гениальный музыкант там, да, или художник с ранимой душой, но вот для такой битвы он, так сказать, не очень подходит, и он отсеивается где-то на детском этапе. Вот, значит, это первое, да. Второе, да, значит, самое верное средство против этого всего – это привыкнуть к этой ситуации. То есть соревнование – это всегда стресс. Но если ты соревнуешься много, постепенно ты к этому привыкаешь, да. То есть вот к этому стрессу привыкнуть сложно, всегда реакция такая, но можно сделать так, что соревнования даже высокого уровня вот таким страшным убийственным стрессом перестанут быть, ты просто к ним привык. Дима тут недавно посчитал, я боюсь ошибиться, ты был юбилей, что-то 50-я гонка мировой серии, по-моему. Понимаете, когда у тебя 50 гонок мировой серии, не считая Кубков мира, Кубков Европы, там, и так далее, то есть мировая серия 50 гонок, да, то, естественно, это уже не такой стресс, да, как в первый раз. Да, то есть это вот самое. У нас, значит, вот когда Варина поколение было, значит, они все это тоже это все прошли. Вот, там, значит, было самое верное средство. Мы выехали во Францию, поселились в Пиренеях и ездили на все старты второго французского дивизиона. Во Франции триатлон очень популярен, там есть высшая лига, гран-при, там первая, вторая. И вот мы ездили на все эти старты. Вот, и просто стартовали, да, и причем для того, чтобы преодолеть вот это дело, да, значит, скажем, могло выглядеть так. То есть для них было раньше как: так, ребята, все, у нас первенство России, умри, но победи, да, ответственно, да. Так, теперь едем на первенство Европы, все, родина за нами. Но это как бы перебор, да, значит, а тут вот приезжаем, зарубежный старт, хорошо организованный, иностранные участники, то есть все стресс-факторы присутствуют, да, и говорит, так, тренер говорит, так, значит, вот ваша задача здесь хорошо проплыть и проехать там первый круг на велосипеде, чтобы вы были в первой группе, что будет дальше, вообще не важно, хоть вообще сходите там, да, или там добегайте трусцой. Они такие, опа, то есть все уже, да? Или так, следующий старт. Так как вы проплывете, не имеет значения, но вы после плавания там в транзитке собираетесь, там вместе едете команды, вот, и бежите там первый круг в беге там во всю дурь, извините, да, а потом там добегаете трусцой. Ну, то есть какое-то задание, да, не на максимальный результат, она вот как бы, они, а, оказывается, соревнования могут быть не просто нокаутом таким, да, а можно, значит, что-то такое вот сделать, да, по частям, да. И вот так они потихоньку к этому привыкали, да, вот.
И нормально. И кончилось это значит, тем, что они уже выступали в серьезном турнире. Это был Iron Tour такой, там, когда значит, там, в течение недели каждый день по маленькому триатлончику, там, в разных форматах разделочки, групповые гонки там, и так далее. И это все проходило там, в Альпах, там, в том числе в Куршевеле был этап. И вот, значит, у нас Валентин Валентинович, он, будучи сам еще первый год только в категории до 23 лет, то есть 20 лет ему было, а там была серьезнейшая компания, там впервые выступал Гомес, тогда появился, вот он и выиграл. Там были такие люди, как чемпион мира, там, Марсо и так далее. И вот Валя занял в этой ситуации третье место в Айрон-туре. Это вот был как итог такой двухлетней вот этой французской кампании. После этого сказали, что нам ничего не страшно. А по ходу он там, значит, чемпионат мира выиграл по юниорам, да, значит, потом был вторым в следующем году на первенстве Европы по до 23 лет, уже в следующей категории, да, это уже вот, значит, на этом фоне это было уже как бы, то есть вот такое вот, то есть клин клином, грубо говоря, да, по-русски. Вот. Ну и плюс, значит, есть методы психологии, есть специалисты-психологи, но здесь как бы очень важно, чтобы было профессиональное, потому что как бы у нас психологи, к сожалению, в большей части, так сказать, чаще, ну, не шарлатаны, не хочется людей обижать, но невысокий профессиональный уровень у нас психологии, но я в психологию, значит, так сказать, свято верю и считаю, что специалист здесь может быть чрезвычайно полезен, просто он должен быть, так сказать, адекватный обязательно. Вот. Поэтому здесь вот такое двоякое, да. Что триатлон – это такой вид спорта, где профессионалы и любители выступают вместе. А вот скажите, а каким образом отбираются любители на, например, на чемпионат Европы, на какие-то международные соревнования? Ну, значит, во всем мире это настолько популярно, да, но достаточно сказать, что на чемпионат мира и на чемпионат Европы такие страны, как Франция, Великобритания, а на мир, значит, еще и США, и Канада, и Австралия приезжают делегациями, ну, человек по 200, по 300. То есть на параде открытия, на который обычно как раз вот все любители и ветераны ходят, да, то есть идет делегация там США, 300 человек в одинаковой форме идут, да, значит, как эти люди туда попали, да, значит, у них есть своя система отбора, то есть они проводят чемпионат США по возрастным категориям, они по 5 лет, как вы знаете, да, мужчины, женщины, там, начиная там, по-моему, с 16-20 и там до 70-80 лет, вот, они, и у них, значит, разыгрывается определенное количество путевок, ну, скажем, тройка призеров едет, и рубка там похлеще, чем у этих еще, потому что как бы там в категории какой-нибудь там 40-45 может выйти на старт там человек 300, грубо говоря, и биться за 3 лицензии, чтобы поехать там на чемпионат мира. И они бьются-то, и уровень результатов этих людей очень высокий. Вот. И они едут туда, естественно, за свой счет, они там покупают эти дорогостоящие велосипеды, экипировку, покупают билеты, грузят, значит, в самолет всю свою семью и летят, значит, тусоваться на этот мир, там, значит, бьются насмерть, значит, в своей категории, а потом идут болеть уже за элиту из другие категории. То есть это такая движуха, что, ну, это вот на это надо увидеть. А у нас никак, у нас пока вот все желающие, да, нет, у нас, значит, мы очень сильно сдвинулись, понимаете, да, значит, я в период 97, 8, 9, 10, 2000 до 2003 года, ну, был одним из основных организаторов московского триатлона. Фактически там, ну, так получилось, что там старая гвардия, кто уехал, кто умер и так далее, и, в общем, некому было проводить, а поскольку мы считали, что московский триатлон должен проводиться, а проводить было некому. И вот, значит, я совмещал тренера и организатора соревнований, то есть проводил 7 лет, и мои коллеги-тренеры мне помогали. Вот. Стабильное количество людей, да, 150 любителей и ветеранов было. Вот оно не менялось из года в год. Вот. Потом какое-то время, значит, мы уже пошли результаты, мы не могли проводить, и мы просто уже посвятили всю свою жизнь ребятам, ездили на старты с ними, значит, и на сборы. И уже московский триатлон не проводился. По-моему, в 2009 мы это дело возродили, значит, уже там проводили другие люди, мы немножко помогали, но уже от тренерской деятельности меньше отвлекались. Вот. И было опять 150. И вдруг потом стало, вдруг резко 300, потом 600, потом, по-моему, 2 года назад 600 разлетелось там за 2 дня продаж, а там трасса больше 600 не вмещает, да, у нас, вот, на этом малом кольце, просто опасно, потому что, как бы, да, это самое, змея догоняет свой хвост, и все, и там, значит, это самое, столпотворение начинается, то есть надо трассу менять. И все, эти лицензии разлетелись за первые 2 дня продаж. И, значит, возникла очередь. И мне там звонят, слушай, там, помоги стартовый номер на московский триатлон выкупить. Я говорю, мужики, да я уже не провожу, там, это, ну что, тут правило есть правило, тут ничего не сделать. Вот, и сейчас я, были броницы, да, и там, по-моему, было там больше тысячи человек, да? 800, а? 800 мест, 300 продано за день. Вот, да. То есть сейчас лавинообразный, так сказать, спрос пошел. Вот, но пока эти, значит, вот наши дорогие любители, да, они
у них пока нет вот такой цели именно на чемпионат мира попасть. Да? У них вот, они больше там, значит, у них мечта Ironman, и это хорошо. Они ездят, там, значит, есть какой-то свой календарь гонок. Соревнования же в мире проводятся там, десятки тысяч соревнований. Да? То есть, ну, просто невероятное какое-то количество, они все прекрасно организованы. Часть из них ориентирована на Ironman, часть проводится под эгидой ITU. Они, так сказать, до сих пор не совсем вместе, хотя там есть сейчас, так сказать, поползновение, что это все срастется опять. Вот, неважно, нам-то какая разница, они ездят, выступают, хорошо, все приятно, время проводят, но на чемпионат мира Европы они не сильно хотят, и поэтому никакого такого внутринационального отбора не проводится, ну просто нет необходимости, вот мы там, мир в Лондоне проводился в 2013 году, мы по федерации там бросили клич, давайте, ребят, ну поедем, ну, так, ну пусть не 300 человек, но хоть там несколько десятков выйдет в форме сборной. Там. И вот у нас там есть Галина Сергеевна Шиповалова такая, которая у нас за этот участок отработала, сама она выступает активная, да, девушка такая, да, вот она активно проработала, человек 40 сагитировала, в итоге 20 поехала, но это был Лондон, да. На следующий год была Канада, а там проблемы с визами, еще эти санкции как раз там, там даже мне визу не дали, и там полкоманды не поехала, ни визы не дали канадцы. В итоге там был один, по-моему, Шахов, насколько я помню, он вообще всегда везде. Вот, один был в Канаде. Поэтому, значит, это пока еще не очень принято у наших любителей. Они себя как бы, ну так, сами по себе. Но я надеюсь, что это очень быстро пройдет, как это во всем мире прошло. И, значит, у нас российская делегация на мире и Европе будет представлена, значит, так сказать, да, большой делегацией любителей, значит, достойных людей, красиво одетых и бьющихся также. У нас там люди, когда приезжают, они места хорошие занимают. У нас там легенда вот сейчас на Европе, у нас там дедушка 80 лет, вот он в этой категории, он там вообще легенда, да. Да, 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 да. Вот замечательно совершенно. То есть они сами регистрируются, да, и сами... Регистрация на мир Европу происходит через федерацию. А вот на эти гонки Ironman они сами это регистрируются, да. А, ну я понял, да. После, значит, что спортсмен должен делать после тренировки? Да? Он должен сделать все, чтобы максимально, значит, усилить вот тот эффект, который мы получили, да, и, значит, не сбить его чем-то другим. Да? То есть, ну, во-первых, он не должен там, стараться ну, отвлекаться на какие-то другие вещи. То есть он должен заняться собственным восстановлением. Он должен, значит, ну, во-первых, он должен восполнить потерю жидкости. Это вообще правило номер один, мы уже про это в самом начале это сказали. Да? Во-вторых, он должен восполнить значит, запас питательных веществ, значит, энергии и строительных материалов. То есть, да, если вы почитаете аннотации вот к этим банкам, которые значит, в любой качалке продаются, то, в принципе, там неплохая вещь. Вот эти мегагенеры, в которых какой-то процент значит, быстрых углеводов, какой-то процент медленных углеводов и какой-то процент аминокислов от белков. И они там прямо написано, когда что это лучше принимать. И действительно, вот вы провели нагрузку, и достаточно быстро, там, в течение там, 10 минут, 15, значит, желательно это туда забросить в каком-то виде какого-то напитка в соответствии с рекомендацией. На самом деле очень важная такая мелочь, но это важно, потому что в противном случае начинает выделяться такой этот самый кортизол, организм начинает разрушать сам себя, чтобы накормить то, что устало. То есть вы как бы одно лечите, другое калечите. А если вы вовремя забросили питательные вещества и в крови, так сказать, нормализовался уровень там, сахара и вот этих, так сказать, аминокислот и так далее, то, значит, все происходит нормально. То есть это важно. Вот. Ну, а дальше как бы уже тут, значит, если мы на сборе, они там отдыхают и восстанавливаются. Если вам надо бежать работать, то вы идете работать, и никуда вы не денетесь. Вот, да, значит, ну вот, вот этот питательный момент, это важно. Вот, сон очень важно. Тут то же самое, что с количеством движения. Есть индивидуальная норма сна. То есть кому-то надо спать 9 часов в сутки, кому-то хватает иногда 3-4, я встречал людей, да, но это уже, так сказать, уникумы. Вот. Соответственно, я, например, в молодости, когда тренировался, значит, если я не получалось поспать 9 часов, я знал, что через 2-3 дня, скорее всего, я заболею, потому что иммунитет это не перенесет. То есть 9 часов была норма. Как только я бросил тренироваться и начал, так сказать, эта норма сократилась там резко до 7 сразу часов, да. Ну, я могу и 2 часа, то есть если надо сидеть там до 2 ночи, я там еще недавно мог легко сидеть и там в 6 встать и куда-то там бежать. Да, это было тяжело, но я это выдерживал. Вот. Но, так сказать, желательно, если вы все-таки не будете, опять же, хронически не досыпать. Сон – это очень важно, это не восстановление, не просто отдых сон, да, это сложнейший процесс формирования нервной системы. То есть там бешеное строительство идет в это время, того, что вы за день пережили, это все там строится. Вот, поэтому это нельзя нарушать. Вот, вот это как бы важно. Поэтому сон – это лучший отдых, это однозначно. Если есть возможность поспать после тренировки там днем, это самое идеальное, что вы можете сделать. Ну, поев предварительно, конечно. Значит,
Ну, наверное, еще бы недавно я бы, наверное, ответил, что точно нет, да? Но, значит, вот этот такой, значит, активность такая вот любителей в последнее время, дает там такие примеры, которые, конечно, все это опровергают, да? То есть там подходит ко мне девушка, вот, я, говорит, с гордостью мне рассказывает, я, значит, в школе не посетила ни один урок физкультуры, у меня было все время освобождение, да? Вот, потом я выучился, там, значит, работал там 10 лет главным бухгалтером в какой-то фирме, да, и, значит, там, попу со стула ни разу не поднимал. А тут я решил пойти бегать, значит, через, там, месяц я пробежала десятку там где-то, да, через 3 месяца я пробежала марафон, а сейчас готовлюсь к Ironman, да. И, значит, вот она такая цветущая вся прям, вот, и так далее. Значит, а почему нет? Другой пример, да, значит, тренер... вот, которая, значит, работает здесь, Ирина Подъеловская, заслуженный мастер спорта, да, уважаемый человек, признанный авторитет, работает, да, бегает. Она, значит, у меня говорит, такая, говорит, фантастика, говорит, да. То есть, это, я, говорит, молодая была, у нас считался там бег по 4 минуты, женский кросс, это считался там тамповым бегом уже, да, когда мы были там мастерами спорта, международниками, да. По 4 минуты километр девочки, если бегают, это очень хорошая скорость, как бы, да, так, побегать. Ну, марафон-то девушки, вы знаете, бегут там по 3.30, по 3.20, но это уже там на медаль на олимпийскую. А вот так вот, значит, просто бегунье, бегая ровно в лесу под 4 минуты, да. У меня, говорит, приходит тетка, ей там под 40, она вышла, и через неделю она у меня по 4 минуты бегает, да. И ей забыли просто сказать, что это быстро, что так нельзя, да. И она бегает, и не зная того, что это трудно, и женщина так бегать не может, она бегает и прекрасно себя чувствует, понимаете? Вот. Я лично видел пример, когда, значит, ко мне в 94-м году девочка приехала, Рига, когда отделилась с Латвией вместе, да, а там тренер остался вот с советских времен, который хорошо работал, и он двух ребят себе оставил, с ними там, они у него в бег перешли, он с ними работал. А девочка говорит, я не знаю, куда деть, возьми, девочка хорошая. Девочка занималась танцами, плавать не умела, как бы, да, пришла к нему, сразу проплыла 22 минуты полторашку, вообще никогда в бассейн не ходила, да, вот. А бег выглядел так. Она, значит, говорит, ну, пойдите, побегайте. Да, там перестройка, когда там тренеру некогда на тренировку сильно ходить, там, да, все рушится. Ну, пойдите, побегайте. Она влюбилась в мальчика и бегала с ним. И вот он, значит, он там 10 километров, она 10 километров, он по 4 минуты километра, она по 4 минуты километра. Он, значит, перешел в бег и начал готовиться к марафону. Вот. И в итоге он, значит, хельсинский марафон пробежал там с 2.12, по-моему, ну так достойный результат, да? Вот. А так он в тренировках, они в Юрмале жили. Вот. И вот они там, вот для него было нормально 30 кадров в день, вот по 4 минуты километра. И она с ним. Но для мальчика это так нормально. А для девочки, извините, 30 кадров по 4 минуты километра, да? И вот он мне это рассказывает. Я говорю, ну что ты гонишь, что ты вообще как бы, ну не можешь такого быть, да? Вот, она приезжает, мы с ней выходим бегать, да, у меня там промеренный круг 3 километра на песчаной был площади. И мы бежим, и, значит, 12 минут 3 километра пробегаем, вторые там уже там 1.40, 1.30. И вот мы бежим, а я уже такой, я уже тренером работал, я так пробегаю 12 километров, я говорю, мне хватит. Она говорит, ну я еще там добегу, я говорю, сколько, ну я же 30-ку в день бегаю. И вот она нарезает эти, вот. И она все, она бежит, разговаривает, понимаете, да? То есть девочка занималась танцами, да, то есть я говорю, ей забыли сказать, что это слишком быстро, что так нельзя бегать, понимаете, у нас все тормоза вот тут, вот, понимаете, вот все, вот здесь, вот, понимаете, все. Тут можно еще любовь вот так вот написать, вот, и все, она бежит, и все. Ну, а вот эта девочка, она могла очень много тренироваться, но как только появлялся секундомер, ей говорили, так, все, а вот теперь давай. И она впадала в ступор сразу, да, то есть она не стала великой спортсменкой, потому что на соревнованиях она всегда выступала намного слабее тренировок, да, вот. Ну, был. Спорта на выносливость, да. Но отдых тоже важен, как мы сегодня узнали. Так что давайте, это был последний вопрос. Спасибо огромное, Дима.